Всем привет, это «Итоги», и сегодня у нас пятый тур. Хасенджай Манханкалай. Рамезан. Макалай, только я только Макалай услышал из всего этого. И сразу выходишь за пределы студии. Великолепный новичок махачкалинского «Динамо». Я обещаю, что мы выучим все его имена и фамилии. Это просто потрясающий дебют в РПЛ. Ну и сегодня на хренаре, я думаю, да, Тимур? Ну да, сегодня... Я сегодня тут на этом слове. Себастьян Терлецкий, Александр Дорский и Игорь Корнеев. А ты Игоря позвал по какому принципу? Как ругаться матами, остаться в живых или как? Какой посыл? Советы для начинающих, да? Ну, хорошо. Билет в Оренбург летит. Да. Собственно, сегодня мы будем обсуждать пятый тур. Произошло много чего интересного с точки зрения футбола, но мне кажется, что получились еще такие выходные, что... Около футбола было очень много, и сегодня в том числе его будет много в нашей программе. Это нормально, футбол же это недаром, вся эта неделя проходит под девизом Василия Вячеславовича, что футбол это не просто игра, это вы играете футбол, а мы тут живем. Поэтому этот тур как раз показал, что футбол это жизнь во всех своих проявлениях, в негативных, позитивных, во всем. Тимур, но раз ты запомнил какие-то негативные проявления. Да. Давай тогда начнем с негатива. Как всегда, твоя рубрика книги. Я не вижу книги. Книга сейчас идет. Книга, к сожалению, идет. Но видишь, как, смотри, сегодня книга дополнена двумя вот крутыми. Яйца вкрутую. Я это хочу, знаешь, и книга будет такая, вот, не просто так, будет называться книга, она скоро приедет, мы ее покажем обязательно, «Как победить панические атаки» доктора Андрея Курпатова. Вот это весь комплект хочу в РФС передать обязательно. Два крутых яйца и книжку. Потому что сейчас у них могут начаться панические атаки, когда хоть что-то как-то пошло у «Зенита» не так, как они будут выходить из ситуации, когда надо будет к «Зениту» применять какие-то санкции. Ну, Саша тоже напрягся как будто. Честно говоря, я очень много верстки уделил, наверное, тем эпизодам, о которых ты говоришь. И обсудим, посмотрим. Я думаю, что аргументы будут разных сторон. Я хочу просто перескочить, сейчас к матчам перейдем, но я даже не хочу конкретно про какого-то человека говорить, но даже вот просто по закону Российской Федерации, а мы живем по законам, правильно, Игорь? Ну, конечно. Ты когда банк какие-то деньги кредитует, ты должен ставку рефинансирования в 18,5% банку вернуть. Ты не можешь взять у банка рубль и даже как бы ты хорошо к нему не относился, вернуть обратно рубль. Потому что по закону надо хотя бы 18,5% прибыли, чтобы было. Ну и давайте про футбол теперь, а потом продолжим, почему это вступление было. Экономическая минутка была? Да, это я хотел... Консультация, да. Учитывая, что тренерское искусство сегодня не будет у нас за столом, поэтому будет экономическая минутка. Сев, давай посмотрим на результаты пятого тура, который растянулся на 3 дня. Два матча на этот раз было вынесено в понедельник. И, собственно, поздравляем «Динамо» Махачкалу с первой победой дома. Большое событие для всего региона. Поздравляем «Рубин» с очередной такой интересной игрой на выезде. Ну, что мы здесь можем еще выделить, если вспоминать то, что произошло в субботу и воскресенье? Слушай, ну, наверное, самое очевидное то, что оступился «Зенит», то я бы, например, чем оступился «Зенит», я честно скажу, меня пока вдохновляет то, что происходит со «Спартаком». Понятно, что пока чего-то нету, какой-то игры, нет какого-то как такового рисунка, который все ждут, нет какой-то тики-таки, но то, что они в 3 матчах забили 9 голов, ну, там, в 4, 9, ну, пускай 4, 9, с Ахматом, чуть-чуть не получилось с Ахматом, но, судя по тому, как сегодня играл Ахмат, они не забивать сами, не забивать себе, не хотят играть в футбол. Поэтому, но «Спартак» это, потому что я тебе скажу почему. Но для меня важно, чтобы «Спартак» был в первой пятерке, то есть первой тройке. Важно, чтобы был сильный «Спартак», потому что тогда матчи «Спартак-ЦСКА», «Спартак-Зенит», «Спартак-Динамо» это будет совсем другой колорит. И поэтому это украшение нашего чемпионата. Я хотел бы, чтобы «Спартак» был сильный. Малышев сказал, что этому Станковичу не нравится место ниже второго. Ну нет, ну, понятно, что эти общие слова мы слышим. Задача. У руководителей мы иногда слышим общие слова, иногда не всегда умные, но это как играл «Спартак», играл ярко. Мне очень бы хотелось услышать, чтобы любой руководитель клуба премьер-лиги... А можно у нас со стола эти крутые яйца пока забрать? А потом... Не, это произнес. Этого я не хотел, чтобы произносил вообще никто. Пускай они хранятся, потому что сейчас готовить бандерольку пока. Давай, я их сюда переставлю. Вот сюда. Переставлю сюда, пусть они здесь стоят. Чтобы не отвлекали зрители просто. Да.
Адрес написал уже? Да сейчас напишу. Ты сейчас был прям как Яникс в 2014-м. В общем, я бы хотел послушать, как кто-то из руководителей клубов РПЛ заявил о том, что ну, нам нравится место не ниже 14-го. Почему? Есть Валерий Георгиевич, который говорит всегда, что наша задача до 30 не вылетит. И пока они не наберут 32 очка, да. Он говорит, наша задача. Но такая. В этом туре они как раз к этой цели немножечко приблизились. Сев, давай тогда посмотрим на турнирную таблицу, которая у нас уже так окончательно сформировалась как, собственно, таблица. И здесь уже кто-то закрепился в топ-8. На самом деле, наверное, топ-8 сейчас выглядит так, как мы и ожидали перед стартом сезона, да? Ну, плюс-минус там Ростов может подняться, выпасть. Не, ЦСКА не может подняться, я выпасть. Не про восьмерка, места, да, восьмерка, то, что... согласен. Здесь никаких сенсаций в восьмерке нету. Все, кто были до начала старта. Не, ну разве что крылья, наверное. Ну нет, Сев, ну в этом ну, сильнее кого они. Восьмерки, да. Как будто бы они не должны быть. Но они могут балансировать между там 9-м, 8-м, 9-м, 10-м местом. Просто но... не совсем уж низко. Ну, пока да, пока не если все получается. Если что, Локомотив неожиданно, как бы, я думаю, что благодаря Батракову, да, в основном вот этой вот креативности. Я бы даже сказал, вопреки. Не Батракову, а вопреки. Вопреки всего, да. Ушедшим. Да, потому что, потеряв столько креативности и, условно говоря, один человек способен, так сказать... Ну, сделать... мы перейдем к матчу Локомотива. Да. У меня немножко другое зрение, точка зрения, что не от одного Батракова там все зависит. Я все-таки считаю, что Галактионов молодец в плане того, что он упростил игру, удел себя на фланге. Да-да, Саня, я тоже так. Я когда это говорил перед зеркалом, я так на себя тоже смотрел. Похоже, яйца твои, да. Ты признал. Не, я уже не первую программу признаю, что для меня реально игра Локомотива откровение. Потому что, правда, я думал, что они, конечно, гораздо будут слабее выглядеть. Понятно, чем на что сезона. Есть вопросы там на всем этапе Галактионова определенные там по игре. Игра как-то трансформировалась, но вот турнирная таблица с момента его назначения, с момента его появления в Локомотиве, то есть с марта 23-го года, там, с февраля, 97 очков у Локомотива. Он побил рекорд, по-моему, всех тренеров. 98 у Зенита, на одно очко меньше. Нет, а побил, на третьем месте Краснодар. Он, по-моему, побил рекорд всех тренеров за всю историю Локомотива, набирая за свою карьеру в среднем 2 очка. Понятно, что у него не так много матчей, там, ну, допустим, как у Юрия Павловича. Ну, понятно, но в то же время у него уже очень много матчей для тренера Локомотива, даже полтора года в последнее время там не задерживались люди. Игорь, ну вас что удивляет и в верхней, и во второй половине таблицы? Да, ну, только еще раз говорю, Локомотив, просто ожидания были чуть другие в плане того, что потеряли креативность. Вот, в нижней, что да. Удивляет? Ну, удивляет, конечно, крылья в том плане, что так и не усилились, не взяли в центральную зону защиты. То, что Констанца, например, не играет, которого разменяли. Ну, по-моему, травмирован. У него была такая очень серьезная простуда, после которой даже когда ты уже восстанавливаешься, начинаешь работать, тебе нужно время, в общем, чтобы набрать. Четко не хватает там двух центральных защитников. Вот, и эта проблема, это не сегодняшняя, да, это проблема уже там последних двух сезонов, потому что мы видели там этот миокарда постоянно каждый год творится, чуть ли не в переходных встречах. Вот, а так, в принципе, ну, Ахмат для меня. Ну, Ахмат, да, прямо, это, да, конечно, большая. Один гол в 5 матчах. Да, это и количество моментов не такое большое. Совершенно. Есть, прям вообще, честно говоря, игры содержательной как таковой нету, да, и тоже организация. Вот это удивляет. Вроде тренер, его послушаешь, такой доносит все вроде правильно, но на поле это меньше видно. Тебе есть что добавить по этому? Ну, просто для меня мне, честно говоря, я не хочу это произносить вслух, но, кстати, а чего меня не поздравляете оба? С первой отставкой? С первой отставкой. Кто угадал? Я угадал. Понимаешь, вот когда человека увольняет из Химок, надо поздравлять его, потому что у него большие отставные. Да. В факеле ситуация немножко другая. Меня хотя бы поздравьте. Там, я думаю, что если убрать эту юмористическую волну, которую мы начали, честно говоря, если Ахмат в следующем туре также невнятно сыграет с Химками дома и наберет максимум одно очко,
А пока что ничего не предвещает, потому что с Махачкалой, как бы, даже учитывая, что игра была в Махачкале, учитывая, что это новичок, пока что там подъезжают люди к Махачкале, они пока, ну, там очень много народу, ну да, но у них очень много народу из второй лиги, которые с ними шли. Ну, я, честно говоря, не видел, чтобы Ахмат мог сегодня забить, там какие-то моменты у них были, где бы они простили, там, или вратарь сыграл выдающийся. Но мы к этому еще пока вернемся. Пока очень плохо. Пока расстраивает, да, будем надеяться, что там Магомед Мусаевич, один из наших гостей сезона, да, как-то разберется с этой ситуацией. Но действительно, я ожидал, что вот он как-то имплементирует в состав, допустим, Лечи и Бериша, что они будут вместе играть. И не так, как это было с Локомотивом, да, может быть, под одним нападающим. У него такое впечатление, что потеря Канате, и они рассыпались как будто бы. Как будто они не могут поймать. Понятно, с Агаларовым у него все плохо, потому что... Ну, Агаларов уже другая команда. Да, но до этого матча, ну, даже до этого матча было понятно еще по прошлому году, что Агаларов, как основной голеадор, ну, не справляется. У него очень низкая КПД по реализации. И поэтому войти в сезон и даже провести 5 туров. Сейчас они какого-то нападающего подвезли. Сейчас начнется, что ему надо время для адаптации. Потому что, например, вот Угальде понадобилось там 4 месяца, чтобы хоть что-то начать забивать. И поэтому, если сейчас в Ахмат кто-то приедет, и они до зимы забивать не собираются. Уже приехали люди. И сегодня там в том числе... Ну, пока что сегодня тот, кто вышел на поле, пока не впечатлил совсем. Ну, я не знаю. То есть вышел Кардоса, да... Впечатлил тебя? Я не знаю. Ну, то есть уже есть трансферы, и я помню, гендиректора Айдамирова и по словам, собственно, того же Адиева, больше усиления в это окно у Ахмата не было. Ну, это я и говорю, что почему-то там пока... Тоже непонятно, почему отдали там Олейнику, да? Ну, он совсем Адиеву не нужен был. Ну, парень сидит на лавке без выходного, да, что же там... Ну, в Ахмате сидел при Адиеве. Да. По мне очень интересный футболист просто... Ну, мне тоже кажется, что при предыдущем тренере он себя очень круто проверял при Ташуеве. Давайте тогда перейдем непосредственно к матчам, но перед тем, как мы это сделаем, Сев. Да. Прежде чем продолжим, напомню, что крайне важно подписаться на наш телеграм-канал. Вот тут будет QR-код. В описании все ссылки и в закрепленном сообщении тоже. Когда вы переходите в нашу телегу, смотрите закрепленное сообщение, очень сильно нас поддерживаете, поэтому подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на YouTube. И я хочу еще, я буду каждый раз благодарить людей, которые в такое тяжелое время, когда YouTube так тормозит, когда так тяжело смотреть, нас все равно смотрит достаточно много людей. Спасибо, даже пишите и гадости, если хотите, но то, что вы смотрите нас, уже это очень, очень хорошо. Да. Спасибо большое. А мы продолжаем. Да, ну и внезапно, я не так это все предполагал в пятницу, но мы сегодня стартуем с матча Ростов-Оренбург. Вроде бы афиша была достаточно яркая и ожидалась такая хорошая игра с большим количеством голов. Собственно, так и вышло. Да. Но то, что происходило после этой игры, это вообще перебило, наверное, вообще все, что было на этих выходных в российской премьер-лиге, а возможно, и не только в российской премьер-лиге. У меня сразу к тебе вопрос. Я видел твой пост, и, соответственно, я знаю тебя. Ты, я думаю, достаточно много времени уделил изучению этого матча. Ты лично, вот до того, что начал общаться с Лапочкиным, ты видел что-то такого там сверх там экстраординарного? Почему произошло вот это недопонимание между судьями и Димой Андреевым? Да, я общался... Ну, ты, конечно, так очень красиво назвал это недопониманием. Я думаю, что судьи все поняли, если честно. А как это назвать? Нет, Тимур, прям вот, если честно, чувствуется, что убрал. Нет, смотри, я же не скрываю, слушай, люди какие-то, которые нас смотрят, они все время призывают нас к какой-то объективности. Да. Я всегда говорю, Да, не, я всегда говорю, что мы пропускаем всю передачу через себя. У кого-то есть какие-то симпатии, какие-то антипатии. Дима Андрей вызывает у меня лично большую симпатию. Этого человека я всегда буду поддерживать в любой ситуации, потому что он открытый, честный, чистый парень. Если честно, Дмитрий Степанович, вот после этого матча так выступил, что я думаю, я бы его заменил, я бы тебя заменил на него вот в рубрике книг. Возможно, Дима, если приедет, я уступлю. Смотри, отвечая на твой вопрос и возвращаясь вот ко всему произошедшему, хронологии, собственно. Прежде чем ты это сделаешь, я просто хочу отметить, что Саша заменил на хуяре, на цензурное хренаре. Просто это важно отметить, мне кажется. Это все, что он смог дойти, какие синонимы. А у тебя есть другие варианты? Ну, чтобы передать краски, нет. Русский язык богат. Саня, ты знаешь, у меня вообще не бывает вариантов. Я просто, чтобы передать эмоции, я бы сказал, как он сказал, поэтому...
Да, так. Но все-таки нужно соблюдать там, в том числе там, законы Российской Федерации. В общем, я смотрел этот матч внимательно, и действительно он вызывал у меня большой интерес еще до его начала. Я там не увидел ничего экстраординарного, я увидел какие-то такие общие моменты, которые происходят каждую неделю, типа, да, Грасия недоволен судейством, ему дают желтую карточку, какие-то такие спорные эпизоды, типа в начале матча подкат Сипенко на Сахерхизяне, когда, на мой взгляд, там можно было штрафной дать желтую карточку Сипенко, да. Собственно... Нет, по-моему, было все... 10-е, да? Даже раньше. Даже раньше. Ну, это все по мелочи. И потом, соответственно, происходит, проходит там, полчаса, мы видим нахренаре. А дальше мы видим еще и полную версию, и я вообще был... Твоя версия произошедшего? Ну, по мне что-то такое произошло, только Диме там известное, да, то ли какая-то информация прошла, то ли у него в голове какая-то созрелая история. Я не знаю, ну почему? Нет, почему ты так думаешь? Ну, мне кажется, человек был спокойный, в какой-то определенный момент начал заводиться. Ну, да, потому что такие мысли появляются, хотя сейчас. Бы из того, что мы понимаем, что ничего прям экстра. А какой счет был после первого тайма? 2-0. 2-0. Пользу. Ну, я Оренбурга, да. И в первом тайме он спускается... То есть у него возникли вопросы уже в первом тайме при счете 0-2. Ну, 2-0, как он вбил. Чисто предположительно. Положительно, я просто даже не могу понять, тогда что, да, ну, то есть, если он уже был взведен по окончанию первого тайма, хотя команда выигрывал, да, то, вроде там, что там, то есть, или какая-то информация прилетела, или только ему это должен быть вопрос адресован, потому что со стороны вообще непонятная история, почему вот так все произошло. Слушай, ну у Димы бывает проскакивать такие высказывания. Дважды. Да, ну он о чем думает, о том говорит, это раз. Но во-вторых, здесь, в этой ситуации, ну наверняка должно было быть что-то, хотелось бы, конечно, от него услышать комментарий. Конечно. Хотелось бы, потому что ну не может быть, что просто так, в перерыве при счете 2-0 в выездном матче, при том, что там не ставят каких-то пенальти каких-то, там нету красных карточек. Как раз-таки, возможно, пенальти вызвал вопрос. Это я сейчас не выражаю свою позицию. На мой взгляд, это чистейший пенальти. Когда? Ну, который был поставлен в ворота Оренбурга за фол Мансильни на Лангович. Но, Сев, давай посмотрим, что сказал, допустим, Мансильни, непосредственный участник этого эпизода. И вот это... Для меня немножко странно. И то есть мы смотрим вкупе выступление Андреева, то, что как себя ведет и что говорит Деграсси после матча, объясняя свои желтые карточки. Что сказал Мансильни про вот, ну, это не пенальти. Ну, я понимаю, что аналитика по скриншотам — это вообще великое дело. Судейская аналитика по скриншотам, особенно от нас, больших профессионалов судейства, это вообще невообразимые высоты. Но тем не менее... Да, там вот на следующий день после матча мы созвонились с Сергеем Лапочкиным, он пересмотрел всю игру, выписал себе моменты, и мы на Спорте, давай прикрепим это просто в описании, этот текст, там разбор всех спорных моментов, не только вот пенальти, но и тех моментов, которые там пропустил. Ты почувствовал, что было какой-то симпатии судейства в пользу Ростова? Для меня был большой вопрос и по ходу матча, и, собственно, этот вопрос я задавал Лапочкину. Это момент, допустим, еще один в штрафной Оренбурга, когда Малых бьет Ваханию на 45+5. И это еще в первом тайме. Это самая последняя минута, добавленная к первому тайму. Малых бьет Ваханию, Вахания падает, судья свистит. Команда уходит на перерыв, нам показывают повторы, собственно, и все. Ну, то есть ВАР, я не знаю, ну, он наверняка, естественно, смотрел. Может, он решил просто уже не возвращать никого. Ну, я вот это как не пенальти. И потом Лапочкин мне говорит о том, что, скорее всего, это пенальти, а, возможно, это даже красная карточка. Если бы у нас был повтор с лицей, мы бы оценили силу удара Малых по Вахани. То есть это уже как минимум один эпизод, такой реально большой, который, в пользу Оренбурга было вынесено решение. Просто понимаешь, как будто бы, знаешь, бывают такие вещи, когда у тебя все кипит, у тебя нет повода высказаться, и тебе надо обязательно... Я достаточно часто там общаюсь с ним, это более чем адекватный человек. Да, абсолютно. И видеть что-то такое, да, ну, очень удивительно, я бы сказал. Ну, у меня просто, честно говоря, Все удивительно, извини, рядом с Андреевым стоял
парень, ну, видимо, представитель пресс-службы Оренбурга, я, честно говоря, просто его не знаю, потому что там есть Алексей Сорокин, скорее всего, там это тоже человек из пресс-службы, и он просто стоит с такими открытыми, добрыми глазами и ждет, что же будет произнесено в следующую секунду. Но, наверное, я понимаю, что там субординация и так далее, наверное, он тоже должен был остановить не Андреева, а сказать, там, ребята, все, вы все вопросы задали, и увести. Сев, ты как главный провокатор российского футбола, а почему он привел вдруг ни с того ни с сего матч Нижнего Махачкала? Ну, каким образом это было к этому матчу привязано? Вот мы до этого примерно задавались вообще вопросами, почему это произошло. Да. И ты думаешь, я отвечу на вот этот вопрос? Ну, просто, может быть, кто-то из судей был из того матча. Очевидно, он считает, что этот матч... Видимо, это матч странный. Какой? Какого года? А, вот этот, ну, вот этого это года, который, да? Был, который был там неделю назад. Ну, там на прошлом туре 0-1. Две недели назад. Да, 0-1, который закончился. Да. Но только Махачкала был нижний матч, да? Да, ну какая разница? Это, я думал, это, просто, это может быть, я честно думал, может быть, просто кто-то из судей того матча был на этом матче. Нет, я просто не смог никакого вообще найти, какая история была. Вопрос в том, что Андреев, ну, очевидно, он просто перепутал, приводя еще пример с матчем Крылья Нижний, там же судил не Шафеев, там судил Галимов. Да, и а на Варе был кто-то. И в том числе этот Шафеев, матч, да? Мы разбирали с Командцевым. Интервью, ну да, да. Приходил Командцев. Просто, допустим, вот эта оговорка, она вызвала тоже вопросы. И там Сергей Егоров, допустим, принялся искать матч еще Крылья Нижний, который обслуживал Шафеев. Просто из-за этого. И он потом у Алаева спрашивает. А вот я что-то не понимаю, что это за матч. Ну, то есть просто понятно, что здесь, на самом деле, он реально оговорился. И, ну, Шафеев там замешан в других делах, да, и тоже... У нас возникают вопросы, почему такой человек работает, видишь, в РПЛ. Опять отсылка к Севе, который говорит, нет, что вот, знаешь, нету вообще уже людей, не осталось просто. Меня еще, ну, гораздо больше вызывает вопросы история с тем, что Андреев подходил прямо во время матча к резервному судье. Ну, это вопрос к службе безопасности, наверное, да? Ну, это вопрос ко всем. Не, ну, в первую очередь, это вопрос к Андрееву. Ну, да. Но он же, по-моему, по регламенту не может так близко подходить. Я вообще такого не видел, чтобы человек, который там сидит на вип... Ну, то есть, вот ты можешь себе представить, чтобы, Амарал бы прям взял во время матча... Не, Амарала не могу, только могу Григория Викторовича представить. Григорий Викторович внесен в заявку был... А и Кирилла Котова могу представить. Я шучу. Ну, просто я просто, честно, я говорю, что здесь ситуация такая. Я просто такого раньше не видел даже. Я понимаю, что произошел инцидент, я понимаю, что какая-то у него будет огласка, но с другой стороны, я понимаю, что Дима сделает точно выводы из этой ситуации. Я уверен, и не то, что уверен, я точно знаю, что он очень-очень сожалеет о форме этого. Ну, то есть мы с ним несколько раз разговаривали вот за этот сутки. А? Ну, как он тебе объяснил? Ну, к сожалению, эмоционально, я не знаю, я на самом деле здесь согласен с Игорем, что, наверное, какая-то была накрутка его, которая выдала вот этот спич. Я уверен, что обязательно мы, там, я не знаю, может быть, через неделю, может, через две будет возможность, и пригласим Дмитрия Степановича в студию к нам, и он объяснит сам, что это было. Но в этой ситуации, я не то, чтобы тут хочу быть его адвокатом. У нас будет хренарное заседание. Да, я просто точно знаю, что он очень сожалеет о форме, но он подтверждает суть сказанного. А вот, ты сейчас повторил, по сути, слова Павла Командцева, они у нас тоже есть. В принципе, достаточно еще мало у нас есть каких-то слов от судейских, от представителей судейства. То есть реакция Сергея Иванова, который сказал, что я вообще ничего не читал и не слушал. А что там были хорошие слова сказаны? Ему Андрей Бабич со Спорт24 говорит, очень плохие. Он посмеялся и сел в машину. Ну вот, собственно, Командцев говорит. Я просто честно, вот в этом всем выступлении Андреева, опять же, при всем уважении и любви к нему, к тому, что он делает, к уровню его профессионализма, это вообще неоспоримо, да. То, что он делает. И к тому, что действительно он был в нашей студии несколько раз, мы там по делам спорта с ним общаемся. Я вот за этим выступлением я не вижу какой-то фактуры, потому что, Сев, давай вернем просто назад. Но она не может быть, Саня, понимаешь, что не бывает дыма без огня. Нет, просто... Понятно, что что-то было, без... что-то было. Смотри, это было, просто так это не прилетает. Да, просто поэтому... в такой форме это просто, не прилетает. Да. Тут вопрос возникает. То есть вот он говорит, допустим, я на 100% уверен, что Безбородов не пришел и не сказал, что там, дайте мне денег, я вам помогу. Хорошо, тогда если вот эта вот ситуация, все происходит, она там систематическая, по его мнению, то как это происходит, соответственно, кто этим управляет,
Ну, то есть тут очень много вопросов. Но я не уверен, что тут есть какая-то, Саня, я не уверен, что есть какая-то одна общая формула взаимодействия клубов с судьями, если она существует. Я тебе скажу, что я... Не знаю, вы упускаете этот момент или нет, но там был посыл, что есть желание сохранить клубы со стадиона. А он, у нас есть тоже... Да, но это противоречит логике. Сев произошедшему, вылетело две команды со стадионами. Да, но никто не удержал Сочи и Балтику. Я так понимаю, ну, опять же, очень сложно рассуждать. А Урал со стадионами. А, и Урал. Три команды вылетело со стадионами. Сложно рассуждать без Дмитрия Андреева, ну, потому что, ну, реально, мы тут за него додумываем, но логика, я еще раз оговорюсь, это просто как я это понял, что вот в прошлом сезоне так много команд со стадионами вылетело, что теперь важно сохранить, ну, я, знаешь, поэтому смотри, типа душат здесь, команды, которые... Если бы, это не касалось бы именно Ростова, может быть, где-то можно было бы согласиться. Но Ростов такая команда, которая точно не вылетит. Точно не вылетит. И в одной отдельно взятой игре, ну, тут, может быть, сложно признать. Не вытащить Ростов, а именно задушить команды без стадиона. Но тогда, ну, например, мы смотрим вчера Краснодар с Пари, и там, ну... Спокойно засчитывает гол. Ну да. Это к этому матчу особенно тоже вернемся. Здесь я еще раз говорю, что, скорее всего, здесь вообще про футбол говорить... Кстати, ну, удачная замена Валерия Георгиевича, и они вытащили игру. Такое впечатление... Про футбол сейчас... Давай просто закончим. Смотри, так... Извини, я просто открыл расписание Оренбурга, чтобы у меня в голове это чуть все освежилось. Нет, так Акрон, по-моему, следующий тур, да? Нет, я не про то, что... С Акроном они играли неделю назад. Я не про то, что у них в будущем, а про то, что у них было в прошлом. Это же тоже важно, ну, для хотя бы теорий о причинах такого поведения, да? И с Спартаком, ну, никаких вопросов к судейству. С Ахматом, по-моему, глобально тоже не было. С ЦСКА проиграли 1-5, ну, там гол, допустим, гол не засчитали. Да нет, быть. Там у Горбани был офсайд. Ну, даже в принципе, если игра бы, была абсолютно нормальной. С Акроном пенальти, которые поставили в их ворота, на мой взгляд, такие пенальти должны ставить, которые Савичев реализовал в конце первого тайма. То есть, честно, опять же, я... Ну, у меня много там знакомых, связанных с Оренбургом, да, и там ты приезжаешь в этот город, они все всегда там тебя радушно принимают, и в том числе там один из таких людей Андреев, да, но... Ну, для меня это необъяснимо. Давайте оставим здесь многоточие. Слова это одно, и хотя такие слова это все равно чуть более такая жесткая форма, чем мы обсуждали, допустим, на столе, в том числе с президентом РПЛ Сосановичем Алаевым, но выход к резервному, там, потягивание его руки, это уже действие, это уже совершенно другое, и Тимур, ну, мне кажется, каким бы ни были отношения там с Дмитрием Степановичем, это неприемлемо, и это, ну, это, что, это достойно осуждения. При чем здесь уголовное? Не, ну смотри, я говорю, что сейчас что может произойти, условно, да, сейчас поднимется общественное мнение, включится там какой-то там ресурс, Дима могут отстранить от футбола. Что выиграет российский футбол? Да, мне кажется, просто надо дать шанс ему извиниться, объяснить свои действия просто, но я уверен, что тут не просто так был этот конфликт. Не просто так было, так... Я думаю, что он тысячу раз пожалел уже сам. В таком случае нужны какие-то от него вводные. Ну, я и говорю, что надо дать шанс ему высказаться. Перед тем, чтобы какие-то там... Во-первых, мы не суд, и нам вообще аргументы не нужны никакие. Мы принимаем, мы примем то, что примет... кто это принимает? РФС, РПЛ? РФС. РФС, да? Ну, пусть они тогда на одном совещании рассмотрят поступки «Зенита» и поступки Андреева. Мы к этому еще вернемся по поводу «Зенита». Ну, то есть, смотри, я просто хочу понять твою позицию. То есть, моя позиция такая, что, безусловно, хочется пояснений этих слов, да, и этого поведения, это 100%. 100%, да. И подтягивание за руку, да, во-первых... Но есть вещи... Поздоровался он так чуть-чуть резво. Да? Может же быть. Ну, он, ну, Тимур, него... ну давай серьезно. Сань, ну, тема серьезная. Ну, послушай, я еще раз, я с большим уважением говорю, к Дмитрию Степановичу. Для это того, не чтобы вопрос. Понять серьезность, мы должны от него услышать, что произошло там. Да, но ты не считаешь, что если, допустим, есть какие-то такие моменты, то их нужно решать по-другому? Ну, по-другому как? Предложи, по-другому как? Отстранить, ну, его на какой-то срок, подожди, от футбола? Просто, а чем могло помочь его действие? Сев, согласен, что надо делать в данной ситуации? Что, если что? У него есть какая-то информация... Отстранить от футбола человека? Нет, если у него есть какая-то информация, то надо было об этом заявить в РФС, например.
И они в случае поступления такой информации всегда проводят какое-то расследование. Ну, не знаю, может быть. Я говорю, что еще раз. Ну, может быть, это и будет. Я еще раз говорю, что действительно, Дима чуть-чуть переборщил. Ну, не чуть-чуть, хорошо, ладно. Не будем смягчать. Переборщил в этой ситуации. Реально переборщил. Но мне бы казалось, что надо с ним провести беседу, ввести какое-то там, я не знаю, ну, какое-то наказание, наверное, ну, какое? Ну, не знаю, финансовое, конечно, нет тут. Условное какое-то. Помимо дисквалификации, конечно, он будет оштрафован. Условную дисквалификацию, наверное, можно ввести. Вообще в этом сезоне принят же новый регламент, и когда есть возможность, сейчас скорее выпишут больше штраф, но меньше дадут матч. Ну, ты про Клаудиньо говоришь, да, который наговорил? Про кого угодно. Ну, согласен, но если бы не было физически, у Сани есть аргумент, который не перебьешь. Очевидно, что здесь будет жесткая дисквалификация и жесткий штраф. Но я просто честно, опять же, муха от котлет. Если рассматривать работу Дмитрия Андреева в последние годы в Оренбурге, это очень хорошая работа. И, конечно, не хотелось бы, чтобы там этот эпизод, абсолютно неприемлемый с точки зрения вот его поведения с резервным арбитром, поставил крест на его карьере. Я этого абсолютно не хочу. Но хочется, чтобы эта ситуация как-то развилась. И мы все, так как эта ситуация стала публичной, мы все, болельщики, зрители РПЛ, узнали, в течение недели узнаем. Я думаю, надо подождать, и тогда будет более ясности для всех нас. Но с каждым словом твоим соглашусь. Это один из менеджеров, который реально показывает, как должен функционировать спортивный орган в клубе. Да? Покупаться игроки, продажа, все это очевидно. Давай состав Оренбурга тогда. Все хорошо. В том числе и игроки «Зенита». Да, вот, Игорь, как раз вы говорите про трансферную кампанию Оренбурга, а Тимур уже позволил себе несколько колких замечаний в адрес «Зенита». И, собственно, давай тогда ты сейчас порассуждаешь о ситуации, в которой, как ты считаешь, виноват один клуб, и там что-то смотри, знаешь вообще, смотри, об этой ситуации. Это переход Александра Коваленко из «Зенита» в Оренбург. Смотри, Сань, я в этой ситуации клубы не «Зенит», не Оренбург не виню. Я виню только того, кто разрешил вот такую форму арендного договора. Ну, то есть это для меня это чисто в виде арендного договора. Ну, скрытая аренда. Скрытая аренда. Просто хамски исполненная, потому что на Коваленко претендовали другие клубы. Мы знаем, какие клубы Крылья претендовали. Советов. И Локомотив. Локомотив тоже в это окно хотел Коваленко? Да, Локомотив тоже в это окно хотел Коваленко. И Коваленко хотел перейти в Локомотив. После появления Локомотива «Зенит» забеспокоился. Два трансфера, которые срочно провел Локомотив, которые провел «Зенит», это была заинтересованность Локомотива. И это первый был трансфер Коваленко, второй трансфер был Дыркушича, которого тоже хотел... Между ними год. Нет. В это трансферное окно я только что отдал сказал. Отдал Коваленко и забрал Дыркушича. Да, я отдал и срочно дернул Дыркушича, чтобы Дыркушич не достался Локомотиву и передержать его в Цервена Звезда. Это хорошая работа. Это хорошая, отличная работа менеджмента «Зенита», чтобы никаким образом не усилить соперника. Да, это хорошо. Но можно сделать было, но не так топорно всю эту работу. Потому что если бы на этом месте, ребят, сейчас был бы «Спартак», который вот такое блядство себе позволил бы исполнить, «Спартак» бы уже уничтожили. В первую очередь, люди из «Зенита» бы подняли бы страшный шум, если бы «Спартак» какого-то своего футболиста отдал бы за 2 миллиона, и потом бы хотел через год получить обратно за 2 миллиона. Вообще, когда «Спартак» хотел сделать себе... По сути, фарм-клуб слух пошел даже. Это даже больше, чем слух. Ну, хорошо, пошла какая-то информация, которая стала достоянием общественности. На уровне закона сразу приняли. Сразу, да, появился... Который пролоббировал, то есть эту тему взвел Краснодар. Это хорошо, Владимир что Хашев, так есть. Да, и «Зенит» в том числе за нее. Это хорошо, 100%. Что так. Это хорошо, давай что просто поясним для зрителя, который не совсем погружен в дела Оренбурга, что вот в этом составе Оренбурга, на самом деле, достаточно много людей, связанных с «Зенитом». Да. Богдан Москвичев, Александр Коваленко, Прохин, но Прохин был в Ростове уже достаточно давно. Москвичев, собственно, как раз-таки в аренде из «Зенита», и Ярослав Михайлов, который в этой игре не попал в стартовый состав, но вообще постоянно выходит на поле, он тоже в аренде. А Барановский и Касимов, которые перешли этим летом, они перешли тоже на постоянную основу. Тимур, у меня, собственно, к тебе вопрос возникает. Нет, тут еще надо проговорить, что по регламенту РПЛ не больше, возможно, только два человека. Поэтому позвольте. Вот это в таком виде и произошло. Ты
говоришь, то есть, что тебя больше всего здесь, ну, что тебя вообще здесь возмущает? Меня возмущает, что футболиста нельзя купить за 2 миллиона, которого через год ты отдаешь за 2 миллиона. Откуда ты знаешь, что обратный выкуп за 2 миллиона? Ну, это, по-моему, все знают. Ну, понятно, что у меня бумаги нету, но тогда пускай предоставят бумагу, что она не за 2 миллиона обратно. Почему они должны предоставлять бумагу? Они, потому что есть вопросы, Саня, к этой ситуации. Никому они ничего не должны. Ну, смотри, они ты лично, понимаешь о том, смотри, что... еще раз, клуб Оренбург и клуб «Зенит» никому ничего не должны. Да. Есть структура РПЛ и есть структура РФС, которая должна в этой ситуации разбираться. Когда люди входят в какой-то сговор, только третья сторона решает, это законно или незаконно. Пускай третья сторона, у нас есть вопросы, у нас, не у нас, у меня лично, у меня вообще нету никаких вопросов. Не уверен, что сильно Коваленко усилит игру Оренбурга. Вопросы есть у футбольной общественности. Почему с удобным клубом Оренбург «Зенит» проделывает эту операцию? И я тебе могу сказать, вопрос. Что ответит «Зенит», скорее всего. Не, еще вопрос, можно? Ты вот общался с Андреевым, ты у него спрашивал? Вообще не спрашивал это, потому что затмила эта игра все на свете вопросы у меня. Ты спрашивал, нужен ли был прям жизненно необходим Коваленко Оренбург? Конечно, Саня, да. Зачем мне отвечать? Конечно, да. Сев, зачем мне ответы Андреева, которым вынужден будет мне, своему товарищу, соврать? Конечно, нет. Конечно, это вместе у них играет Флорентин и Мансилья, которые оба сильнее. Да? А что с Флорентином произошло на прошлой неделе? Травмировался. 120 месяцев, но Коваленко их точно не усилит в этой позиции, Саня. И ты увидишь это. Как только Коваленко начнет играть на искусственном поле, у них ты в центре увидишь. Поля Башич, Карбани, собственно, Ярик Михайлов. Вот Ярик Михайлов будет играть, Коваленко как сидел на лавке, так и останется сидеть. Кто тебе это сказал? Посмотришь, мне так жизнь. Что мне сказал? Кто мне должен сказать? Жизнь. Я вот своими глазами это увижу. Если в договоре только нет пункта, что Коваленко должен играть. Коваленко, который за прошлый сезон сыграл... Как у тебя может быть договор в пункт договора прямого трансфера? Послушай, Сань, окей, играть. Хорошо. Ну, чушь? Послушай, прямого трансфера, мы же понимаем, как этот трансфер сделан. Не прямой пункт, так же, как с Бакаевым. Да, просто желание. Вы помогите нашему футболисту находиться побольше на поле. Не, ну факт остается фактом. Коваленко далек от вот того уровня, когда его «Зенит» там брал, это точно. Поэтому в данный момент я тоже не вижу таких каких-то прямо оснований, что он прямо усиление. Но, тем не менее, если он будет играть, наверное, он должен вернуться на какой-то свой уровень. Вот, собственно, и все. Вот я тебе вот только другое хочу сказать. И это будет тогда большое усиление для Оренбурга, даже если бы был бы Саня, Флорентин. Ты реально веришь в то, что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что построение Оренбурга, которое нацелено на одну передачу, перевода на фланг, Коваленко... В этой игре Коваленко отдал голевую передачу, а одна передача на прорыв Мансилья. Ну, я понимаю, там был дальний удар и так далее. Да, вот Мансилья просто попал с 29 метров в девятку. Да, не в девятку, и Етимов, наверное, есть вопрос у Виталия Витальевича. Да, хорошо. 100% да. Но я тебе говорю про развитие атаки. Он отдал эту передачу. Хорошо. А крылья Советов что, играли в сильно комбинационный футбол? Или в вертикальный футбол в контратаку? В крылья Советов играло побольше. Во-первых, в крылья Советов был удобно для этого человека тренер, удобно для этого человека партнеры. Знаешь, вот мне интересно. С этими латиноамериканцами будет точно непросто. Что самое важное? Ну, по логике, помочь Коваленко опять обрести уверенность, раскачать себя, ну, там, как бы дать практику и все такое. Ну, как будто бы логичнее отдать его либо в «Крылья», где Осинкин, либо в «Локомотив», где куча его знакомых. Но Оренбург — это, ну, не самый логичный вариант. «Локомотив» что его брал в аренду? Нет, во-первых, «Локомотив» бы его не взял. Нет, я думаю, что «Локомотив» бы его взял в аренду, но с правом выкупа, что, допустим, бы не устраивало, наверное, «Зенит». Это первое. Это вопрос переговоров. Хорошо, второе. Смотрим «Локомотив». Ну, просто реально по «Локомотив» тоже у меня стоит сейчас. «Локомотив», Карпукас, Баринов. Батраков, есть Тимофеев. Да? Ну, Тимофеев есть, ну, ты понимаешь, этой, как? В этом туре он... Ну, Коваленко, во-первых... Баринов и Батраков, у него точно там места нет. Не-не, подожди, Карпукас... Вот. Подожди, здесь Баринов, у него больше Карпукас, шансов играть. Баринов, Карпукас, конечно, это ниже играют люди. Он брался на место Сарвели, скорее всего, выходить на позицию 8-10. У Сарвели нет места у Коваленко. Ну, позиция Сарвели в «Локомотиве», она у Коваленко была в «Зените», поэтому здесь зачем? Ну, при всем уважении к Владу, понятно, что он в основном... Поэтому потом, когда мы начинаем Севу подкалывать, что почему такая связь? Вот тебе связь между «Зенитом» и Оренбургом. Вот тебе связь просто, понимаешь, между двумя клубами премьер-лиги. Вот такая, в наглую делается. Просто ты меня, допустим, зимой, да, по-моему, ты меня подъебывал, когда я говорил, что «Зенит» не отпустил в Ростов
Ерохина или Сутермина, я точно не помню, кого из них. И ты мне говорил, так там же две аренды, ты даже за этим не следишь. Да, ну, тут тоже такое. Две аренды, и это им не помешало провернуть. Поэтому, ну, как бы, вот эти разговоры, они очень странные. Не, хорошо. Почему тогда вы говорите про Оренбург, и раньше говорили про Оренбург и Сочи, но, допустим, вы не говорите тогда, и вас вообще это никак не смущает, отношения Зенита и Ростова? Я сейчас не говорю о том, что они плохие или хорошие, но вот эта ситуация, она же была какая? С Ростовом. Ну, какая? То, что третий игрок, то есть два человека были в аренде, насколько я помню. Слушай, подожди, Зенит настоял, чтобы они перешли в Сочи. Я тебе говорю про то, что ты говоришь, допустим. Ты про каких людей говоришь? Про Ростов? Про игроков там, каких? Там был Кирш и Столбов. Да, и не смогли взять по этого Сутермина, да, или кого-то? Ну, я не помню, шла, кого-то. Шла речь про Сутермина, в частности, да. И тут никто не пошел на встречу, не стал обходить. Я тебе говорю про то, что почему вы говорите про Оренбург, допустим, и Сочи, но не говорите там, допустим, про Ростов. Дальше еще можно привести примеры. Как и в других лигах. Ну, потому что у Оренбурга и Зенита очень понятные, прозрачные отношения. И тут, не знаю, как можно не видеть этого? Ну, потом... Знаешь, как кроме вот этого последнего матча, который там Ростов, я как будто бы здесь какая связь между Зенитом и Ростовом? Да, там были какие-то переходы, там этом, когда-то при Курбане там 6 игроков или 5 игроков вот перешло. Тогда была связь. В последнее время не наблюдается связь. Но будет связь, мы скажем точно. Нет, поверь мне. Да, блин, допустим, Богдан Москвичев, который в этой игре дебютировал в РПЛ за Оренбург этим летом, мог оказаться в Ростове теоретически. И что бы вы говорили? Мы тогда говорили бы, что Ростов пошел на обход правил. Но Ростов пока не пошел на обход правил. Что бы вы говорили, я не знаю. Там бы не было третьего. Я тебе говорю про то, что в Ростове достаточно. Просто я сейчас про Ростов говорю, потому что матч был Ростов-Оренбург, а не для того, чтобы наехать на Ростов как-то вообще. То есть в любой вопрос нужна доказательная база, правильно? Здесь есть доказательная база. Ты видел контракт? Но я не хочу даже видеть его. А, в смысле? А какая у тебя тогда доказательная база, если ты не видел карта? Кто написал, что 2 миллиона купили, 2 миллиона продали? Все. Откуда это взялось? Ну неужели ты думаешь, что это просто так упало с космоса? Если про это если написал это было бы, большой инсайдер типа Ивана Карпова, не, Иван Карпов, хуй с ним, с Иваном Карповым. А, вопрос в другом. Вопрос в том, что если бы было бы не так, «Зенит» бы давно бы уже сделал бы заявление по этому поводу. «Зенит» решил пока просто отмолчаться, как в принципе чаще всего и делает. Дальше это уйдет, волна смоет. И здесь получилось еще так хорошо, что куча проблем навалилась еще и без этого трансфера. И как будто бы, знаешь, действительно надо было Диме сделать отвлекающий маневр от этой ситуации, взять игру на себя и ни с того ни с сего на судне наехать. РБ Спорт про это первым написал. Ну хорошо, ну, это не важно. В смысле, ну это важно, то есть когда про это пишет там, в частности, Сергей Егоров, конечно, это важно, потому что у него большая аудитория. Я про это. Хорошо, тут твоя позиция понятна. Игорь, у вас какая позиция по этому поводу? Не, ну позиция, если есть регламент, то третий трансфер надо как-то оформлять, да? И если это действительно просто, ну, я не видел документов, но это должно быть что-то такое. А ты хоть какой-нибудь документ видел когда-нибудь? Кто тебе показывал документ? Никто не показывал. Ну вот и ну, все останется на словах. Если вспоминать бородатые года, то Максим Митрофанов показывал документы на трансфер Халка, когда говорили там 40 или 60. Да, не, ну, тут, ну, ну, один ну, раз было такое. Ну вы говорите, ну, что можно обойти регламент, а можно просто соблюдать регламент и отдать Коваленко в тот клуб, где у тебя нет двух игроков еще, и все. А почему? Вот нет, смотри. Нет, нельзя, потому почему? Что если ты просто отдаешь какой-то клуб, где у тебя там, условно говоря, не под контролем сам процесс. А в Оренбурге под контролем? Ну, наверное. Потому что сам проект, он работает, игроки растут, поэтому не то, что под контролем, а это... Какие игроки выросли? А? Ну, в Оренбурге? В Оренбурге какой игрок для «Зенита» вырос? Нет, для «Зенита» нет. Я говорю, для в целом. Вырос? Ну, а кто они же продают. Они ну, кто продают. Сколько было трансферов из «Оренбурга»? Ну, Веру купили, например, за сколько? За сколько? Могли за миллион? Ну, хорошо. А полгода назад не продали за 3? За 3. Ну? Не, ну не продали, не потому что не пошли на какие-то условия. Ну, это понятно, выплаты. Почему-то. Сколько я помню, из «Оренбурга» ну, все равно он же вырос. И тот через рубин. Да, и то. Это был такой переход «Сутермина», что лучше не вспоминать. Хорошо, по Коваленко окей. Писарского продали? Удачно. Впарили. Впарили. Не, ну, впарили же. В Сочи продали этого... Не в Сочи, а в Балтику. За 1,7 какого-то вообще не продали. 1,6, да. Ну, окей, потому, что, ну, вот согласен. Есть тогда можно. Два игрока. Почему? Ну, отдай в аренду в другой клуб. Это же логично.
Почему Локомотив приоритетнее, чем Оренбург в данном угодно, случае? Кто угодно. Что значит кто угодно? Ну, подожди, на него есть претенденты. Локомотив, Крылья Советов, Крылья Оренбург. Советов. Хорошо, ты думаешь, ты вообще веришь в каком-то сне, что Оренбург ни с того ни с сего, я Коваленко, не... может платить зарплату 3 или там, 4 миллиона рублей, сколько у него сейчас? Я думаю, что в Оренбурге не меньше условий, чем в Крыльях. Я думаю, меньше. Сильно меньше. Меньше. Ну, я не знаю, сильно ли меньше, но меньше. Но меньше. Ну, окей, хорошо. Окей, возможно, я думаю, что про матч говорить нечего. Про матч вообще-то много чего можно сказать, и сейчас мы про это поговорим еще чуть-чуть. Просто завершая тему, моя позиция такая, что когда вы в чем-то обвиняете, у вас должна быть доказательная база. Нет. Да. Ну, тут доказательная база, Саня, налицо. Человек оказывается в Оренбурге. Все, он оказывается в Оренбурге. В чем преступление? Саша, вот объясни. Потому что до этого месяц переговоров вела Самара. Да. И он не оказался в Самаре. И ты думаешь, вот сам Коваленко, если бы, допустим, взять Мелофон и спросить у него в мыслях у него, ты бы куда хотел лучше, в Самару и в Оренбург? Ты что скажешь, думаешь, он скажет в Оренбург? А почему тогда ты ссылаешься на инсайт про то, что обратный выкуп за 2 миллиона, допустим, но не ссылаешься на инсайт о том, что Коваленко не захотел в Самару, потому что там было понижение зарплаты, потому что был и такой инсайт. А в Оренбурге нет? А в Оренбурге было оставлено зарплату только с одной целью, потому что ее будет доплачивать «Зенит». Ну или дал добро, чтобы Оренбург платил такую зарплату. Саша, ну, просто, зачем вот мы себе... Ладно, мы можем кого-то обманывать, но себя чего обманывать здесь? Какая тебе нужна доказательная база? Ну, то есть, есть два клуба, какая? У которых, так или иначе, общий спонсор. Ну, тебе опять же Дмитрий Андреев ответит о том, что у нас спонсор «Газпром добыча Оренбург», который это там... Это один и тот же спонсор. Ну, будем говорить... Ну, головное предприятие, грубо говоря, решение одно и то же. Второе. У тебя есть игрок, которого «Зенит» взял как гиперталантливого. Да. И теперь он его продает в Оренбург. Ну, блядь, ну это же полный пиздец. Ну, конечно, а отдавать его в «Локомотив» — это не то же самое? Почему отдавать? В аренду можно отдать. Ну, когда ты продаешь человека, которого ты считал гиперталантливым футболистом... Хорошо, а за год ты не можешь разочаровать? Можешь, Саня. Я сейчас 100% не говорю, можешь. Что это так. Я говорю, ты можешь, а 100%? Почему в центр поля, допустим, рассматривался Горшков, там, Саня, Васильев? Саня, конечно, 100%. В прошлом сезоне Васильев. Симак пощупал конечно, Коваленко. Конечно, это разочарование. Точно 100% понял, что пока парень не тянет и никакой пользы «Зениту» не приносит. 100%. Это точно. Ну, тогда здесь два пути есть. Или вы навсегда с ним прощаетесь, потому что он никогда на вас не дорастет. Или вы тогда давайте его в удобные ему условия, чтобы был рост. Чтобы был рост. И в этой команде, понимаешь, как эта команда играет, очень сильно зависимо от латиноамериканцев, он сядет на лавку. Если сейчас два, она становится меньше зависима от латиноамериканцев, окей, потому что... Только я тебе хочу одну вещь сказать. Если бы она была так зависима, то Вера бы продолжал бы там играть. Вера не продолжает играть там не от того, что он там... Потому что в нем разочаровался тренер. Ну. Вот. И вот я тебе так скажу, что если Коваленко пару раз не доработает у Башича и Горбани, я думаю, он такой на себя услышит, что он лучше скажет, я пошел посижу на лавке. У Башича. У Башича, да. Хорошо, давай, короче, про игру. Ростов, давай я себе посмотрим на состав, потому что там были определенные изменения. Глебов тоже входит. Да, куда? Спартак? Спартак. Сев, там такие шахматы. Там очень запутанные шахматы. Что в этих шахматах, я уверен, что такой шахматист, он даже не мастер спорта. Он этот, как это называется, из клуба юного шахматиста, такой как Малышев, он не разберется в такой шахматной партии. Просто объясни, не разберется. Объясни суть этой сделки. Ну там тройная сделка должна произойти, какая? Которая не случится. В чем? Глебов Спартак, должен пойти в Спартак, Соболев в Зенит, а из Спартака должен один игрок отправиться в Ростов, который не отправится. Какой? Литвинов. А в чем... не, подожди. Окей, Литвинов, Глебов, я понимаю, ну, тут логично даже. А, ну, я имею в виду, логика хотя бы присутствует. А при чем тут Соболев? Потому что русский игрок. Ну, чтобы сохранялся русский игрок в «Зените», который сегодня там... Который качнул... То есть в «Спартаке». Спартаку надо имиджево выигрышная сделка. У «Спартака» имиджево проигрышная типа сделка просто Соболева, с уходом. Соболева, чтобы заработать? Или... Не, там вообще дело вообще не в заработке. Надо сохранить лицо. Приход Глебова, вроде бы русского игрока. Ну, лидера. Вместо, лидера, вместо лидера Литвин, игрока вместо сборной. Литвинов, пока что никто не отдает Литвинова, в том-то и дело. Я считаю, что Литвинову самому нужно уходить.
Не знаю, пока... Пришел защитник Ференцварыша, есть Чернов, защитник Ференцварыша сыграет два матча. Почему? Потому что ты увидишь. Ну, по мне, его пригласил тренер. Ну, не знаю. Его пригласил тренер, Саня, он сыграет два матча. Ну, Игорь, смотри. Вы знаете нового защитника Спартака? Ну, я посмотрел его специально. По мне, неплохой защитник, цепкий, быстрый. Не знаю. Насчет двух матчей не уверен. Мне кажется, от вас. Игорь, как может быть неплохой защитник, запасной игрок Ференцварыша? Ну, я не знаю. Я говорю то, что я увидел. Он запасной игрок Ференцварыша. Сразу возникал вопрос, если он его не ставил Ференцварыша, то почему он ему... Почему с Ференцварышем? Он играл в ротации, был Ференцварышем. Ну, я не знаю. Здесь вообще мы сейчас... Слушай, в конце сезона он играл нормально. Вопрос в другом. Я тебя уверяю, Саня. Я просто закончу. Литвинов отвоюет свое место. Про Литвинова просто закончу. Опять же, достаточно грустная ситуация, на мой взгляд, возникает. То есть тренер, который говорит о том, что я вижу Руслана в опорной зоне, и при этом Руслан там не выходит, да, и мы видели неделю назад, что там, допустим, хрестоматийный пример, когда в матче с Ахматом туда выходит Маслов, а Литвинов остается играть в центре обороны. То есть есть Чернов, Бабич, ну, скорее всего, основная пара. Бабич точно основной игрок, 100%. Бабич основная пара, это где-то у тебя не в этой программе. А Бена, хорошо, значит, и, соответственно, приходит Глебов. На эту позицию есть Умяров, которому сейчас безусловное доверие главного тренера. Я не вижу здесь места тогда для Литвинова при вот такой конъюнктуре. И, соответственно, тогда Руслан должен просить аренду, как минимум. Ну, возможно. Возможно, это понимает руководство Ростова. Спортивный блок Ростова мы знаем. Конечно, сильный. Если Глебов у них уйдет, это полкоманды. Согласен, поэтому замена Глебова на Литвинова или Глебова на Пруцева вроде бы какая-то... На Литвинова. Кашель. На Литвинова. Но есть Саравия, который тоже может сыграть. Понятно, что есть Саравия, но к тому, что... Саравия больше восьмерка, не опорка. Для них приход Литвинова был бы, конечно, масть. Для Ростова при такой конфигурации. Просто отдача за нечеловеческие огромные деньги Глебова, я не уверен, что Ростов хочет остаться без ключевого игрока и просто сидеть с этими деньгами. Да, но Ростов давно никого не продавал. В общем, по этой игре, то есть Сараев выходит в стартовом составе, не появляется в основе Азнауров, и, соответственно, Щетинин переходит на левый фланг. Ну, по-моему, у Кирилла не совсем задается старт сезона, и, в частности, там и в этой игре на разных позициях он выглядел не лучше. Ты так думаешь? Мне кажется, знаешь, вот честно, я вот смотрю игру Ростова, я, конечно, знаю упрямый характер Валерия Георгиевича, но то, что он ставит постоянно Уткина в состав, ну, мне кажется, это вообще игрок не для Ростова. Я это говорю тысячный раз. Я очень хорошо отношусь к Дане. И я считаю, что он игрок неплохой, но только не для этого построения, когда все должны участвовать в комбинационном прессе, в командном прессинге. Ему тяжело. Комбинационный прессинг, это было бы интересно. Да. Но ты меня заговариваться начал с твоим «Зенитом» уже. Он чуть-чуть замедляет. Он такой образца. Такой, конечно, десятка, он такой советский игрок, такой десятка, который ждет стандарт на чистых мячах, там остановиться такой и поиграть. Ну, я не знаю почему. И у них очень много провалов из-за этого. У него и у Саравии было очень много потерь в первом тайме. И первый тайм, как мы уже выяснили из действий Дмитрия Андреева, да, Оренбург выиграл 2-0. Хотя полное преимущество, да, было у Ростова, оно подтверждается статистически. Но моментов, наверное, было не так много. Мне очень нравится на старте сезона вот в противовес Щетинин, допустим, Лангович, и как он в этой игре подключался. Не, Лангович, и Мансилия, вот один эпизод, который привел к пенальти, это лишь один эпизод. Он его терял постоянно. И в частности, там, допустим, он его потерял при втором голе, хотя, по-моему, вы разбирали на Матч ТВ, как я уже не помню, кто был в студии. Ну, в общем, там еще разбирали, что, возможно, там защитник должен был назад откатиться, а не Сидоров. А не только Мансили. Ну, в общем, Лангович там полностью сделал, и через эту зону проходило очень много атак. Роналду, несмотря на то, что его постоянно бьют, в том числе мячом, очень-очень хорош. В порядке. Да. Ну и решающий, наверное, момент этого матча с точки зрения хотя бы счета – это замена. В перерыве вышел Камличенко, стал сдвоенный центр, по большому счету Галенков, Камличенко. И Камличенко оформил дубль за одну минуту. Ну вообще, конечно, Прохин и Перес вверху своей штрафной не очень хорошо. Ситуационно получилось, что вот эти голы, потому что получились очень быстро, не разобрались. Тут не вопрос, то, что вышел… Ну да, по факту Камличенко вышел очень хорошо, тут ничего не скажешь.
но не то, что, знаешь, это надо как восхищаться, что Валерий Георгиевич сделал феноменальную замену, не, и он, это привело к двум голам. Одну из самых логичных замен, которую ну, она, да, она выходила она из игры, горели 0-2, тут другого и выхода этом, не и было. В этом матче сразу ты видишь, да, вроде Перес неплохой защитник, но когда росточка-то не хватает. Росточка чуть не хватает. Все вот эти вот передачи, которые хорошие, поданные, практически уже ничего не сделаешь. Они все время перелетают и, соответственно, дают нападающему большую фору. Да. Ну и я бы еще отметил Сако, который начал, собственно, две голевые атаки. Осипенко сделал голевую передачу на Роналдо на третий гол. То есть опять центральные защитники Ростова принимают активнейшее участие не, в голевых атаках. Не думаете, атаках может Ростова ли быть такое, что что-то происходило, просто, ну, как догадка, ваша догадка, что-то происходило по трибунам помещения, вот это вот передалось команде? Ну, потому что они какие-то пустые вышли на второй тайм, как будто Редборг? Бы... Да. А чем их игра... Слушай, во-первых, чем их игра во втором тайме отличалась от первого, по большому счету? Я спрашиваю, просто во-вторых, получилось, что... разве второй тайм, при том, что Камличенко сделал быстрый дубль, разве второй тайм не начался с передачи Коваленко, который, как ты говоришь, не поможет этой команде на выход, ну, по большому счету, там, чуть ли не один на один на Мансилью, который он в очередной раз не реализовал? Ну, не знаю, может быть, нам просто, значит, по ситуации, я не настаиваю. Ты кто-то зайти в раздевалку? Не-не-не, ничего никто не мог зайти, просто команда же все это видела, слышала, потому что там есть же видео, когда там все это происходило, и команда видела, что происходит, что там. Ну, как будто бы, может быть, как-то это сказалось, я не знаю, я да не, мне кажется, здесь намного все проще, просто поменялась сама структура игры с заменами. Вот давай предупредим наших зрителей, что сегодня у нас программа будет 5 часов идти. Да, так что чтобы они... решил сделать на втором часу программы. Чтобы они не думали, что мы другие матчи не будем освещать. Или потребуют и каждое остальное. Я планирую, что там есть еще одна ситуация, где-то на 20 минут будет извержение. Сразу на завтрак, да? Да. Давайте закончим с обсуждением этого матча. Мы уже упомянули. У меня были тяжелые выходные. Упомянули деаграссию. Давай посмотрим. Сев, давай посмотрим, на завершая все вот это великолепие. Деграсси получил очередную желтую карточку, и после этого матча мне просто стало интересно, сколько у него уже. И спасибо, он на первом месте, в том числе Павлу красавчик Пименову из Опты, за один сезон. Ну, то есть он, по-моему, с пятого тура работает. Ну, то есть, грубо говоря, 30 матчей сейчас. 8 карточек. Ну, мы видим тоже эмоционально. Но Мурат Олегович тоже, кстати, очень неплохо зашел. Отбирается. Потому что он вообще с марта работает. А плюс один это красное, что ли, Саня? Да. Ага. Ну, это когда Юран там больше подходит. Да, я понял. Но у него еще есть пока к чему стремиться. Да. Ну, собственно, я думаю, что здесь все, наконец-то, с этим матчем. Ну, спортивный блок Оренбурга очень эмоциональный. Ну, да. Дима тоже может... И передается тренеру. Передается это видишь, тренеру. Там все на как-то вулкане. Вообще, конечно, все-таки очень хотелось бы, чтобы он пришел к нам в программу. Будем настойчиво просить, а что нам остается делать? Мы от вас не зависят. ЦСКА «Локомотив». Матч тура, который, наоборот, стал не слишком результативным. Давай, Сев, сразу тогда к составам, чтобы тут побольше про игру. И, собственно, да, сначала статистика, которая нас поражает с точки зрения итогового результата, потому что статистика вся за ЦСКА, кроме XG, но там про это мы отдельно поговорим. А состав ЦСКА у Роши, как оказалось, не такая тяжелая травма, как казалось. Как мы предвидели. Как ты предвидел. Я, честно говоря, думал, будет хуже. Ты сказал, что выйдет. Я тоже думал. Но мне кажется, что вот этот состав ЦСКА на сегодняшний день как бы идеальный, да? То есть это самый сильный состав. То, что Файзугаев вместо Замалединова. Которые сейчас вместо есть. Замалединова. Ну, из тех, кто сейчас есть, это лучший состав ЦСКА. Я думал, что да. Игорь, а скажи мне, а ты видел когда-нибудь такой слабый состав ЦСКА за последнее время? Ты имеешь в виду по игре? Да. Ну, по игре, честно сказать, да. Ну, если, ты ЦСКОвский, если... все равно тебе это как-то... Не, понятно. Просто вот именно такой какой-то структуры или порядка, да, то, что мы там видели, условно говоря, даже в прошлом году при Федоре, какой-то был один блок, да, который и защищался, и атаковал, как-то все было, зоны были... Насыщенные, да. Вот, какой-то, не знаю, может быть, даже готовы, что ли, были физически
получше. Понятно, что здесь нужно еще отметить то, что Мусаев сейчас переживает немножко другой период, что он со второго, условно говоря, нападающего, который входил все время в игры, не было никакого прессинга, сейчас он понимает, что он сейчас основной игрок. Он тоже, единственный центральный нападающий, который... То есть это много чего происходит, на самом деле. Вот, и, наверное, тоже с этим связано, потому что ЦСКА выглядит реально без зуба. Да? С одной стороны, там много креативных ребят, но пока, видите, когда они не залетают... Ребята-то кто? Ну, кто? Кроме Файзулаев, Обляков. Что не креативный. В этой игре. В этой игре он мог забить, как минимум. Ближний бил блестяще. Вот да это, не, по динамике вся атака. Атака была хорошая. Мы видели от него тоже прекрасные голы. Да, я можно у Сева один вопрос украду? Давай просто недалеко отходить от трансферной темы, потому что... Давай Николича посмотрим сначала, что он сказал. Я хочу, пока вы читаете Николича, но люди просили, чтобы мы, да, Сева, чтобы читал вслух. Да нет. Нет, они это просили, но Сева прислушался к тому, как он читает, и подумал, ну нахер, я слишком люблю людей. Но игра была хорошая у ЦСКА. Там первые 70 минут действительно ЦСКА выглядел лучше. Здесь, конечно, ничего не скажешь. Я хочу просто по фону, потому что ты сказал про трансферы. Ну вот, Игорь, посмотри на вторую часть спича Николича. Почему мы не забили, игра не сложилась иначе? Знаю причины, но это наша внутренняя кухня. Это что значит? Вопрос сейчас к Игорю. Ты общайся с ЦСКА. Ты с Мовсисяном общаешься, да? Вообще ищут какого-то нападающего, что-то? У них что-то происходит вообще? Да, не то, что с Мовсисяном. Я общаюсь, я знаю, что да, ищут нападающего. Да. Вы кого-то предлагали? Я уверен, что ты кого-то предлагал. Ну, кого-то, может, предлагаю. Ну, там рассматривают или не рассматривают. Но точно нападающий нужен, это точно. Это самая, там, условно говоря, главная позиция сейчас в данный момент, чтобы, по крайней мере, вот это вот впрыснуть этот кислород, чтобы и Мусаев было, могли и в паре играть. И а вот ты как человек, который и спортивным директором был, и много лет, ты считаешь, для такого ЦСКА, чтобы бороться условно за тройку, одна позиция одного нападающего? Недостаточно? Нет, конечно. А какие еще нужно усилить? Я считаю, что нужен еще один креативный какой-то игрок. Нужен правый защитник. Я считаю, что ни Гаич, ни этот второй. Кроме объема ты не видишь реально, если круговое, условно говоря, да, это прям реальное усиление, это российский игрок, который и объем, и, ну, я вообще сторонник играть 4-4-3. 4-4-3. Я тоже сторонник. Я тоже сторонник. 4-3-3. Я вообще сторонник. Да? Он тоже хочет 20 человек забывать. Я считаю, да. Ну, как тот более, видимо, он меня, да, смутил. Вот. 4-3-3. Я вообще сторонник. Да? И ЦСКА там может играть в такую. А когда играл ЦСКА 4-3-3? Никогда. Ты говоришь, что хотелось бы. Про себя, да. Ну, а Марко играл 4-3-3 разве в Локомотиве? По-моему, тоже нет. Нет. Поэтому нет. Я здесь, не уверен, что Марко хочет играть 4-3-3. Я не говорю, что там какие-то изменения какие-то большие, но под эту систему всегда сложно выбрать каких-то там оптимальных игроков. Они должны быть мультифункциональные. Да? Если ты берешь, условно, он должен играть и в вингера, он может играть и второго нападающего. То есть, вот какой-то еще один, да? Понятно, что они взяли этого Койта из Red Bull. Видно это усиление, сразу видно. Нет, но я не говорю, что... Упитанный парень хорошо питается. Хорошо питается, да. Давайте дадим все-таки время, потому что я его видел как бы... Четыре года назад? Почему четыре? Почему четыре? Это давно было. Ну, хорошо, значит, я увидел чуть раньше, наверное, да. Тогда он производил хорошее впечатление. Но если он наберет форму, а что этот в «Спартаке» тоже пришел до сих пор? Этот... Гальда? Не Жозе. Гальда, этот... Белян Жозе. Но он пока не играет. Тоже там. Но Койта, собственно, тоже сейчас уже со скамейки выходит. Мне кажется, все равно. Он был не взят же там за 16 миллионов или там. Он взят бесплатно. Ну, Белян Жозе тоже не взят за 16 миллионов. Ну, ты за 3. За полтора вроде бы. В целом вопрос, смотри, я всегда не сторонник того, что когда вот, например, некоторые говорят, мы купили его всего за полтора. Ну ладно, в ЦСКА, например, денег нету, и, наверное, это важно. Для больших команд, например, когда они говорят, мы купили его всего за полтора, ну, я не знаю, стоит ли задача купить игрока за полтора. Может ли игрок за полтора играть на 15? Вряд ли.
Вряд ли. Зато игрок за 15 может играть на полтора. А это да, в России часто это бывает. Я знаю одного такого. Скажи мне, а у меня вопрос более такой тяжелый для тебя, Игорь. Ты же Локомотив, наверное, все 5 матчей посмотрел? Ну, по-моему. А скажи мне, у тебя есть какое-то объяснение, что с Пеняевым происходит? У меня нету объяснения никакого. Вообще непонятно. Ну, просто он сильно выпадает. Просто в этом матче еще немножко... В этом матче выпал Собочников. Собочников не понравился совсем. Но как сыграл Собочников в прошлом матче, у него как будто он может быть и амнистия. Не только в прошлом. Ну, вообще, да. У него очень неплохие недели. Да. По мне, Собочников вообще это не видно. Нет ощущения, что каждой новой победы Локомотив загоняет себя в все более сложную ситуацию. Да, есть. Потому что, когда ты выигрываешь, очевидные усиления нужны. А зачем тогда? Просить и тяжело. Нагорных про это спросили. Зная финансовое положение их, то как будто бы действительно лишь бы деньги выкидывать им не хочется. Вот мы, видимо, ждем двух игроков. Наверное. Очевидно, там центр защиты. Нападающий, скорее всего, тоже нужен. А кто еще нужен? Они же там не приобрели этого, который ушел в конечном счете. Маркиниус. Как будто бы Батраков заиграл так, что не хочется его на лавку садить. А это позиция Маркиниуса Нет. Маркиниус — это как раз тот игрок мультифункциональный, который может из фланга сыграть, и может сыграть десятку, может играть второго нападающего, в зависимости, там, контратаки какие-то. Вот. То есть вот такого вот игрока. Я сейчас как будто Дэйна Станкевича послушал после матча с Ахматом, когда Маркинис вышел непонятно куда. Он его ставит. Он больше с фланга же играл. Где он вышел с Ахматом, потом угадал. Вы же не забывайте, что у Локомотива есть Салтыков, которого надо как-то подпускать. Раков в хорошей форме. Раков подпускать парнишку надо. И Тикнезян мы увидели, что тоже. Тики должен играть. Здесь как будто бы Локомотиву действительно нужна девятка вроде бы, но я не могу. У меня язык не поворачивается. Не девятку Локомотив. Я говорю, если Локомотиву искать прямо девятку в чистом виде нападающего, у меня язык не поворачивается, потому что пока что Воробьев и Сулейманов справляются со своей работой. Воробьев как основной нападающий, Сулейманов как выходящий на замену. Вроде бы вот единственная позиция, которая действительно у нее требует усиления, центральный защитник, но вот выздоровеет Фасон, что они будут делать? Не быстро. Фасон не быстро, да. Но Морозов, пока если травму не получит, то эти два матча сыграл неплохо, Сань. Глобально, может быть, в длинную сезон. Но Немси в этом матче, наверное, сыграл неплохо. А в целом. В целом-то Немси-то что это за защитник? Да? Они не купят, Игорь, сильнее защитника, чем Немси. Сильнее не купят, у них нет денег. А если они еще нападающего сильнее, чем Хамулич, не купят. Во-первых, тогда Солдатенко. Всегда. Солдатенков, ты знаешь, за последние месяцы как-то вообще паник, мне кажется. Вот, новый вызов нужен. Мне кажется, он пока со старым вызовом не очень справляется, поэтому нового может бедный не перенести. Евгеньев. Если только из троих одного сделать, из Евгеньева, из троих плохих одного плохого, если сделать, может быть, как-то его можно зачем-то запустить. Да, слушай, реально хочет, чтобы Евгений... Да нет, он хочет меня подколоть. Вижу в этом логику. Логику, да. Екатеринбург, вот так же тут тоже есть логика. Хорошо. Мне кажется, какие-то слишком комплиментарные слова сейчас про Локомотив, нет? Потому что в этой игре они этого не заслужили. Но они вытерпели все равно. Сколько моментов? Хорошо, окей. Давай спокойно. Тебе, люди. Человеку, который любит бравировать, жонглировать цифрами, сколько моментов было у ЦСКА? Собственно, смотри, в первом тайме, даже если мы берем показатель XG, он достаточно очень низкий у ЦСКА. И в этом, мне кажется, была проблема. Но если рассматривать, как развивалась игра, вот на прошлой неделе я говорил, что, на мой взгляд, одна из главных проблем ЦСКА – это не очень качественный первый пас у всех защитников. Но если брать вот эту игру конкретно, мы увидели, что Мойзес неплохо пасовал, Дивеев неплохо пасовал, и Мойзес еще сам продвигал. И очень много атак у них развивалось, если они долго позиционно атаковали, у них очень много атак развивалось, когда мяч на одном полуфланге, и дальше идет передача между линиями, когда, допустим, Мойзес надавил, бил из-за штрафной. Таких эпизодов было штук 5. Ну, плюс еще очень быстро, еще несколько было быстрых атак с участием там Облякова, Кругового, Босса. Вот была одна атака, которая сильно запомнилась, это когда ворвался Давило, пробил ближний, и
Лантратов потащил. Но еще и фарт сработал, то, что там попал на штангу и отскочил удачно в руку, а не в спину, и в ворота не залетел. Но вот как будто бы вроде подходы у ЦСКА действительно есть. И да, у них не, ну, пока что нет у них топового нападающего. Слушай, ну, в прошлых матчах мы как раз говорили о том, что у них подходов не очень много, а голов дофига. Ну да, ну поэтому и какого-то баланса у них нету, о чем Игорь говорит. У них как будто бы не пока что они ищут какой-то баланс. Вот просто как будто бы они пока в поиске. Может быть, Марко мало времени еще пока. Может быть, недокомплект игроков. Это я не знаю. Мы же каждую неделю как бы проводим анализ игры ЦСКА. ЦСКА в матче с Локомотивом на победу не наиграл. Вот этот симптом надо понять. Ну и на поражение точно не наиграл. И на поражение точно не наиграл. Но есть футбольный бог, которого никто не отменял. Ты так и Князяна назвал? Да. Или Сарвеля? Да, я так Наира назвал. Наир, ты футбольный бог. Ты, у тебя селился в этот матче футбольный бог. Но замены, которые сделал богом, а Наир назвал Акинфеева идолом. Замены, которые провел Марко, и замены, которые провел Галактионов, они кардинально развалили игру на две части. Да, то есть одни стали сильно слабее, другие стали сильно сильнее. И мне кажется, я сейчас надумаю, Я вбрасываю. То, что после игры так сильно, ну, на стадионе это было очень сильно видно, были недовольны Дивеев и Обляков. Я не знаю, может, там что-то еще происходит в ЦСКА. Потому чем что они были недовольны? Не знаю. Вот были недовольны. А чем они были недовольны? Ну, я не знаю. Смотри, замены были на 87-й минуте. Ушел Гаич, Круговой и Абос. И вышли Лукин, Кельвин и Жамалединов. И, конечно, это замена, в первую очередь, замена Круга, который вообще в феноменальной форме, учитывая то, что он полгода играл во второй лиге. Просто красавчик. Я могу маленькую отсылку сделать, Саня? Да. Я вчера посмотрел матч Челси-Манчестер-Сити. Вот, несмотря в протокол, вот не смотри в телефон, сколько было замен у Сити? Ну, как ты думаешь? Вот Сити, команда первый тур играет. Главная команда, ну, одна из там трех команд главных там мира. Сейчас не очень много два людей, состава. В принципе. Да как, где сейчас там два состава? Посмотри, когда ты увидишь, что нам было кого выпускать. Они сделали одну замену. Потому что им надо было удержать счет. Они второй гол забили поздно. Им надо было удержать счет. Он никого не тронул на поле. Ни старого Де Брюйне, который там уже на ободах уже бегал. Потому что я не понимаю, в чем не смысл ломать. Менять, чисто, зачем? Да. Что, Круговой не добежал бы еще 5 минут? Ну вот, он считает, что нет. Честно говоря, я... А Лукина замена, которая спутала все карты. И что, в чем была эта необходимость? Честно говоря, мне кажется, что это вообще там, допустим, по статистике не видно, потому что это был единственный удар там Локомотива за последние там 15 минут с момента, собственно, тройной замены у Локомотива, да. Но мне кажется, что игра немножечко поменялась как раз. И давление Локомотив оказывал. И подустал, там и отбирал. Ты ЦСКА. Да. То есть я вижу какую-то, знаешь, логику. Смотри, команда, которая, допустим, ну, счет 0-0, да, грубо говоря, ты не проигрываешь ничего. Ты идешь ва-банк, выпускаешь три игрока, из которых там двое тебе никак игру не усилит. Чисто гипотетически тебе может усилить игру Жамалединов, скорее всего. Я скажу по-другому. Как тренер, я никогда не понимаю этих замен. Тройных. Потому что ты реально ломаешь тогда очень много всего, да. Я только могу понять, когда ты действительно там проигрываешь, и здесь... И в зону атаки кидаешь людей. В зону атаки кидаешь людей, где-то что-то... Потому что ты вынужден это делать. Но вот как бы на трезвую голову, так сказать, ты должен понимать, что ты убираешь три качества и вносишь какие-то три совершенно других. Это не может не сказаться на общем рисунке. А как тогда это вяжется с заменой Локомотива? Я не про Локомотив, я про ЦСКА. Нет, ну то есть мы не понимаем тройную замену там, но понимаем тройную замену здесь. Ну, Озвучь тройную замену Локомотива. Князян, Сулейманов и Сарвели. Он их поменял, все по позициям уже вышли, да? Ну, там Раков сначала был слева, потом направо ушел. Ну понятно, что нельзя налево. Сулейманов и Сарвели начали играть в атаке. Но не было ни одного замены в зоне защиты, Саня. В смысле? Кто защитник? Во-первых, была вынужденная замена. Не, Морозова, ты говоришь, да? Или кто? Я говорю про опорную зону. Была вынужденная замена Баринова. С побитым лицом, как с боксом ушел. Батраков сел, когда Карпукаса заменил. Здесь выпускает Лукина, человека в центральную защиту. 3 минуты остается. Что надо сделать было, чтобы выпустить центрального защитника поменять? Нет, из-под которого привезли гол. Центрального защитника, чтобы сдвинуть Мойзеса, правильно?
Чтобы что, пойти в банки и выиграть игру? И вот это зачем его объяснение. Ну вот, ну а нет. Слушай, у нет, всегда я, всего есть объяснение. Логика, я вижу, ты же логика, понимаешь, я что объяснение логику, есть всегда у всего. Есть Техниколич, с точки зрения того, что нужно было что-то поменять, мне кажется, уже. Чтобы потом, что? Ну, чтобы дожать игру, победить? Ну, либо, или чтобы удержать либо ничью? Отодвинуть игру от своих ворот, потому что... Ну Лукин как отодвигает игру от ворот? Как же Жамалединов вообще? Здесь, как же Жамалединов отодвигает? Жамалединов вместо кого вышел Жамалединов? Ну, кого выпускать, просто скажи, Жамалединов. Не, я не говорю, что кого выпускать. Я говорю, что по факту получилось, что тройная замена привела к катастрофе. По факту. Ну окей, хорошо. Я думаю, что про эту игру мы более-менее все сказали. Единственное, что вот еще, чтобы подчеркнуть, наверное, игру в атаке Локомотива в этой игре, они нанесли всего 4 удара. И так мало... Так было никогда лишь, у них, по-моему, не было, так да? было лишь один раз так мало при Галактионове, то есть за полтора года. И это тоже такой матч, который сразу приходит в голову. Это матч с крыльями света в домашнем, когда они могли проигрывать там 0-3, 0-4 спокойненько. Но Костя Мардишвили тогда... А, здоровье Костя, да, далека, да, когда пробил. Пользуясь случаем, да. Тогда вот, собственно, они вообще 2 удара нанесли. И все равно не проиграли. Ну и, в принципе, даже вот по этой таблице мы видим, что далеко не все матчи, когда они мало бьют, они проигрывают. И совсем уж последняя тема, как раз-таки она связана с голом Текнезяна, с его временем. Да? В прошлом сезоне мы каждую неделю, ну или там через неделю говорили о том, что ЦСКА постоянно пропускает после 75-й минуты. Что с этим делать? Это физика, психология, игроки, Федотов. Я не уверен, что есть объяснение этому. Но тебе никто не скажет какое-то объяснение, почему ЦСКА пропустила, там, сколько, 16-й гол пусть. Ну, я не знаю, как это объяснить, Игорь. Я какой-то, ну, чисто... Просто стечение обстоятельств какое-то, правда, но это нереально. Когда это происходит... Но ты понимаешь, Сань, что вот этот удар Текнезяна, для Акинфеева это же не был неберущийся удар. Он как будто бы должен был туда залететь, как бильярдный шар. Потому что, ну, такие мячи, он вроде бы понятно, что он хорошо, сейчас Тики хорошо принял, хорошо продвинулся. И передача хорошо сорвели. Да, да, сорвели прямо между, в ногу вложил. Между ног он кому-то там попал. Ну, по-моему, Лукину как раз, Лукин как раз и не перестроился, по-моему. Но он попал еще идеально. И именно там кончиками пальцев Игорь чуть не спас этот момент. Не, а только такой мог залететь. Ну да, поэтому это какое-то просто жуткое стечение обстоятельств, которое я уверен, что, ну, кроме как битвы экстрасенсов, им некуда обращаться. Ну, вот Николич, точно мы не ответим на это. По сути, тоже так, как и Федотов, собственно, не отвечает на этот вопрос, говоря о психологии, но это такие, ну, пока что общие слова, и, в принципе, Федотов тоже их произносил, то есть никакого решения этой проблемы мы пока не видим, потому что ЦСКА сейчас упустил, получается, по одному очку вторую неделю подряд, да? Угу. Потому что они пропустили от Тормена после углового. Ну да, эти два матча в конце. Это вообще, там это тоже, по-моему, очень... 90+, да? Да, это очень... Очень редкая ситуация. По-моему, если не ошибаюсь, 4-й раз всего лишь что команда два матча подряд упустила ничью на 90 минуте. Ну это да, четвертый это раз прям... в истории чемпионата России всего. Я не уверен, что прям какой-то есть у кого-то хотя бы объяснение этого. Слушай, а ты чувствуешь общий фон, как будто бы не самый, ну, явно не самый позитивный вокруг ЦСКА, Николича? И казалось бы, очевидно, что Николичу, ну, точно надо время, и только после сборов зимних будет что-то ясно. Смотри, я думаю, что здесь... исходя из того, как ЦСКА, ну, необъяснимо себя ведет последние несколько лет, да. У тебя есть ощущение, что там парочка, там еще несколько таких неприятных матчей и, может быть, какие-то странные решения? Не думаю. Ты имеешь в виду увольнение тренера? Да. Но я так не думаю. Не знаю, что может быть ЦСКА. ЦСКА, ты знаешь, одна из самых закрытых команд по информации. Нет, раньше мы понимали, что там тренерам доверяют. Я уверен, что сейчас в чем есть недовольство? Недовольство есть в том, что, допустим, мы зрительно не получили другой футбол прихода Николича от того, что было при Федоте. Ну да, про это говорят. Да. Мы ничего, ну, для нас зрительно ничего не поменялось. Поэтому здесь и какое у Марко есть оправдание для этого? То есть, ну, какие у него есть, надо ли ему оправдываться, или ему игроков обещали и не дали? Я же не знаю. Нет, но его оправдание или объяснение, они абсолютно понятны. Он скажет о том, что была очень короткая предсезонка и мало трансферов. То есть, уверен ли ты, например, что когда его брали, ему кто-то обещал трансферы? Ну, я думаю, что это, наверное, думаю, произносилось, никто. Когда с ним... Я уверен, что никто. Зачем я думаю, что это одно из условий было, ну, что вот для меня самый большой вопрос, на который у меня точно нет ответа. Зачем он тогда сюда приехал? Зачем он сюда приехал? Да, трансферы? Если ему не обещали трансферы, если здесь нету Еврокубков, если здесь нету таких... Ну, мы понимаем, что у него нет таких огромных денег, например, как он мог зарабатывать там, где он работал. У меня нету ни одного объяснения...
для себя. Москва? Ну, можно приезжать сюда в гости, с богатым, богатый человек может сюда приехать, я думал, на недельку в гости. Богатым людям это имело в виду себя? Есть два яйца. У меня нету другого места жительства, кроме Москвы. Ну, просто чисто с футбольной точки зрения, я не понимаю, что в Москве, допустим, его притянуло. Не, ну почему? Слушай, ну если ты же видел видео, а я был на этом стадионе. На каком? Где играл Аль-Шабаб. Не, Сань, смотри. Очень нефутбольная атмосфера. Ну, 3 миллиона. Если ты раньше играл в Еврокубках. А 3 миллиона закрывает тебя это? А это уже не про футбол. Ну, может, какая-то компенсация быть? Блин, ну, слушай, я думаю... Саня, согласен, смотри. Я думаю, что когда там проводишь год или полтора, то, конечно, уже хочется чего-то другого. 100%, я понимаю. И ты уже привык к другому. Я понимаю, да. И здесь я тоже не маленький. Когда тебя зовет Спартак или Динамо, например, вот Спартак или Динамо сегодняшний, я бы это понял. Люди готовы вкладываться, покупают хороших игроков, хотят хотя бы на бумаге бороться. Вроде хотел Динамо. А? Вроде хотел. Ну, не в этот трансферный окно, давно когда-то, год назад. Ну, в смысле, в это... В смысле, год назад и два года назад. Да, в смысле, но сейчас не хотел. Но, по крайней мере, они покупают игроков, знаешь, там, они хотят хотя бы видимость создать, что они могут бороться с «Зенитом». Пока что ЦСКА, если тебя приглашало, ты вот работаешь с тем, кем есть, ну, не знаю, пока выбор игроков, 11 игроков хороших, без нападающего, нападающего нету вообще, 11 игроков... Мусаев, по-моему, превосходит наши ожидания, которые были в момент прихода. Превосходил, когда, потому что ты его с кем сравнивал? За болотом? Я его ни с кем не сравнивал. Я не совсем понимал, зачем подписывать человека, который на определенном этапе сезона проиграл конкуренцию Анхелу Энрикесу и Гидеоне Гузине. Ну, срослось. Федотов его нашел место. Он какой-то калибр. Ну, он второй номер, стартовал. И он ладно. Под эту роль подходил. Раз ты упомянул «Спартак», собственно, давай переходи к «Спартаку», который одержал очередную большую победу над «Факелом». Матч был перенесен в Москву. Это даже больше, чем «Динамо», честно говоря. Да, это прямо, ну, я не знаю, тут матч закончился на 10-й минуте матча. Да. И дальше был вопрос только в том, что сколько захочет голов забить «Спартак». Или там 3, или там 7. Да, они увеличат немножко скорость, или будут вот эту вату катать, чтобы не устать и готовиться к матчу с «Зенитом». Потому что я уверяю тебя, что невозможно, чтобы в голове у «Спартачей» не сидело, что у них через неделю играть с «Зенитом». Невозможно. И поэтому, там, не дай бог, там какая-то аккуратная травма там, или что-то. Все понимают, когда ты играешь с «Факелом», команда агрессивная, может, не дай бог, там невзначай нанести травму. Поэтому, когда у тебя на 10-й минуте счет 2-0, уже ждать, там, чтобы они там выкладывались по полной, не приходится. Игорь, а как вам вот этот состав «Спартака»? Нужно ли его усилить? И если да, то какие позиции? Я думаю, центральная защита, но они как бы... А Бенна? Да, он взял. Я думаю, что это как раз будет центральная пара защитников 100%. Не думаю, что то, что ты говоришь, две игры он сыграет. Я думаю, что это будет... Ну, посмотрим. Я думаю, что Чернов у него выиграет. Вот. Ну, по мне все равно, там, Рябчук, если мы говорим реально о команде, которая там способна... соревноваться там с «Зенитом» за чемпионство, реально серьезно, да, то, конечно, ни Рябчук, ни Денисов как бы тоже не особо соответствуют. Даже пас пяткой Рябчука тебя не убеждает, который он... А? Пас пяткой на первый гол, когда он сделал, не убеждает тебя, что он прибавил немножко в футболе? Ну, давайте, когда вообще вот этот «Спартак» попадет под какой-то реального соперника. Ну, да? «Зенит» — это реальный соперник? Или мы сейчас начнем подушку, что вот у «Зенита» нету Вендела и Глушенкова, и поэтому это нечестно? Но через минут 10 она в нашей версии. Да. Вот. Поэтому, конечно, «Спартак» тоже зависит. Вот попали под условно говоря, автобус Ахмата, да, и ничего не удалось особого сделать. Да? Игорь, ну невозможно вас не спросить про Угальда и про Барку. Барку я всегда говорил, что это хороший игрок, да. Вот. Но меня все время смущало ценообразование. Ну, то есть я считаю, что ни в какой стране мира спортивной ты не можешь убедить руководство взять запасного игрока. А кто запасной? Барко. Барко был запасной в Ривере. В Ривере. Конечно. Но он же на перепродажу брался из Аталанты. Ну, может быть. Из Аталанты. Да, но все равно ты, если посмотришь даже статистику, да, потому что, ну, когда ты приобретаешь такие деньги игрока, ты все равно должен какую-то статистику показывать. За такие какие? 16 миллионов? Ну, 16 плюс комиссия. Слушай, ты же понимаешь, что из Ривера или из Боки, грубо говоря, все равно цена всегда будет 10 плюс.
Хорошо, но если ты запасной игрок, то... Ну, там, а там не, да, за... ну, а там не запасной 40 миллионов. Да, не, но он выходил в старте. У него, ну, там не, у него не была какая-то межгалактическая статистика, безусловно. Он уже, ну, не здесь не набил. Не, то есть, не важно, меньше, но, да, игрок, игрок, которого всегда, сезон, когда, ну, он был даже молодым, а все равно там платили большие деньги за него. Ну, за него Атланта заплатила 12 миллионов. Да, его небезызвестный, да, Роберто хотел. Нет, так я... Кто? Кто? Ну, Манчини, а, его рассматривал. А, его, его тоже, да, рассматривал? Да, тогда вот. Нет, смотри, нет, здесь по поводу здесь, Спартака. Здесь нет вопросов никаких, да. То есть, ну, для вас, качество... тот, например, тот же Артур, такой же спорный трансфер? Спорный, как Барко? Угу. Ну, Артур, может быть, был в какой-то месте там сделки, мы уже просто теряемся, кто, ну, кто что, сколько стоит. 15. Да, но там непонятно, сколько, за кого реально и заплатили какие-то деньги, потому что мы видим, там один ушел, другой пришел. Артур, это отдельно. Это, то есть, за него заплатили вот... Ну, если, если просто за Артура два больше, чем он стоит. Тогда, тогда, да, это сомнительно. Учитывая, учитывая, какие трансферы за последнее время делает Латинская Америка, Аргентина и Бразилия, ну, это да, понятно, что просто здесь я здесь смотрю, здесь вопрос на две части поделим. За Севу говорит то, что нету смысла покупать футболиста, например, учитывая, что нету Еврокубков, там 10 миллионов плюс, вроде бы нету необходимости, да, если ты там не борешься там с Зенитом, у тебя не стоит любой ценой первое место. Но ты не, да, купишь латиноамериканца хорошего за даром. Но мы же не удивляемся, что Бителло стоил 10 миллионов. Если только ты не Владислав Радимов, я думаю. Ну, нет, да, но... нет, Бителло — это отличный трансфер. Как бы, ну, он сразу... тоже для, там, 10 миллионов, да, стоил уже, да? Да, но Бителло купили здесь... в самом конце окна, когда отвалились другие варианты. Ну, вот. И... то, что здесь, да, нет, хорошо Бителло сработал, сразу было видно, что это, там, а игрок обладает, да, блин, ну, теми качествами, игрок, за которые, нет, нет, пока ты плачешь. Пока по первым матчам, по первым пяти матчам, здесь я не готов сейчас... Динамо? Сейчас мы сейчас про что говорим? Нет, сейчас мы говорим про то, что про Барко. Пока что по первым пяти матчам, пока что он стоит этих денег. Грубо говоря, он поехал в Россию, он остался без Еврокубков, он понятно, что он должен зарабатывать бабки. Да, блин, ну, и ты пока смотри, что он играет в футбол ярко. Ты сейчас включаешь игру Спартака, чтобы посмотреть на Барко. Что, я же про что и говорю. И даже там, допустим, с Ахматом его там критиковали, говорили, что там его закрыли, там отмечали Ковачев, там по нему пирам там играл. Мы же, но, здесь... блин, его все движения... Конечно, он футболист. Он, нет, то, он футболист. Требует мяч, он футболист. Он футболист. Да, здесь, он ищет нестандартный. Я тебе так скажу, что смотри... Спартаку повезло. Ахмат отдельно стоит, и Ахмат пока вот по всем пяти матчам видно, что команда выходит защищаться. Они стали в футбол играть, начиная с 75-й минуты, когда Спартак стал чуть-чуть, ну, выдыхать. Да, но когда Спартак стал немножко выдыхаться, Спартака действительно не хватает пока опыта вскрывать автобус. Но понятно, что Барко пока что похож на футболиста, который их точно усилил, который, да, сделал их, да, зрелищными. Да, да. И то, что они играют со слабыми командами на выходе, чтобы выйти на большие команды, ну, от которых там, мы понимаем, что там придет Локомотив, там Спартак, Зенит, ой, Спартак говорит, Динамо, но они зато набирают, понимаешь, и они становятся сильнее. Хуже было бы, если они с большими командами сейчас проиграли, потеряли бы уверенность в себе. А то, что они выигрывают, они прям кайфуют. Видно, я что... бы даже сказал, что они уже большой команде проиграли, но уверенность не потеряли. Какой? Оренбург. Оренбург? Ну, Оренбургу, да, большой. Но это был, по-моему, первый матч, да, когда... Да, но просто то, что сказал Станкович после этой игры, я думаю, ну, что это будет сопровождать, да, его в наших головах еще долгие-долгие недели. А что он сказал? Ну, что мы офигели от того, что Оренбург там быстрыми атаками... На фланге забрасывает мяч. Да, он не знал. Здесь я говорю, что может быть, скажется слабые крайние защитники. Может, ну, быть, вот смотри, скажется... А Ревчук разве не прибавил? Ну, как минимум, как будто бы все при нем прибавили. Как минимум в атаке. Как будто бы все прибавили при нем. Даже, я не знаю, такой примитивный футболист для меня. Зиньковский прибавил? Ну, Зиньковский, наверное, ну, играет пока, на своем уровне. Ну, вот Бангонда, например, да, он в КПД точно не прибавил. То, что он все либо одно и то же делает, но он двигаться начал больше. Если он просто будет реализовывать моменты, восприятие от его игры у нас будет совершенно другим. Конечно, потому что он хотя бы двигаться начал. 2-3 гола, да, да, он хотя бы начал двигаться. Или они его физически боятся, что тоже, в принципе, неплохо. Барко, там одна история, у Гальды. Тоже вы много критиковали. Не, ну, Гальды, давайте дождемся вот немножко других игр. Пока вот то, что Тима сказал, с кем сейчас были игры, да?
пока это втягивающие игры да соперника. Нет, безусловно, там какие-то выводы. Нет, то, что. То, но нет, вы, нет. Но вы просто высказывались о них, когда они только пришли, и тогда тоже, казалось бы, рано делать выводы. Хорошо, я тоже считаю, что угадывается на качество не соответствует. Все ценные качества в России не очень соответствуют. Нет, давайте вернемся к чему. Какие голы забивает Угальда? Чему я сказал? Вот. Добивает. Вот. Это голы не сделанные голы. Это все равно голы ситуационные. Это голы центрального нападающего. Да, но ты увидишь, с приходом, когда придет туда Жозе, этот Вильян Жозе, он будет играть в этой точке у Гальда? Ты понимаешь, он когда сколько он раз вышел, будет играть, он на фланг сдвигается. Я считаю, что он должен играть 40 здесь. Килограмм. Он не будет играть девяткой всегда, понимаешь, потому что под его игру подстроится. Он свои голы добивает. Хорошие игры голы нападающего. Для меня это преступление. Ну, засовывать Угальды на фланг для меня это преступление. Ну, посмотрим, как они не будут это преступление. Я все время о чем говорил, что да, у него есть чувство гола, у него есть вот это вот касание, да, там добивание, у него есть вот это вот чувство. Ну, прессингует. Ну, желание у него есть. Я не знаю, кто только не сказал, вот когда об Угальде все время он классно прессингует. Ну, потому что это же так. Ну вот это, как был Понце раньше. Я о чем говорю? Выживают. Почему мы сейчас говорим о Барка? Вот Барка, да, действительно индивидуально 100%. Очень сильный футболист. Он может играть в любой команде в России или там, условно говоря, в Европе. Почему? Он берет мяч, и он его не отдает, он его требует, он может с ним все что угодно. Один соперник сзади, он разворачивается, он ведет игру. Вот. Ну, у него и позиция такая требующая. Нет, этого. Промес тоже позиция требует. Ну, Мартинс тоже ведет игру. Откуда ты взял-то Мартинса? Промес тоже ведет игру. Вот Промес тоже. Малком, индивидуально сильные игроки, это те, которые решают вопросы, когда нету зон. Они сами создают. У Гальда я почему все время возвращаюсь? За такую цену. Ты не можешь, можешь, конечно, уже. Смотри, я отойду немножко от этого правила. В принципе, если, например, я сижу на стадионе и я болельщик Спартака, мне вообще наплевать, сколько купили игрока. Это же не мои деньги потратили. Мне надо, чтобы игрок выходил, забивал голы. У него в двух матчах 3 гола, да? За последние матчи? За последние 2 игры. Еще заработанный пенальти вот. У него есть. Поэтому давай подождемся, когда игра будет там с «Зенитом», с «Динамо». С 4 гола у него в чемпионате за 5 туров. За 5 туров. В первом туре они вообще поэтому не забили. Пока «Спартак» производит впечатление. Но да. Я тут общался с нашим другом, с Игорем Шалимовым, которому, например, пока что он не видит целостной картинки игры «Спартака». А нашим другом ты намекаешь, нашим в смысле твоим, и то, что он советник Олега Малышева? Я не знаю, что он советник. Это Сева подозревает его в чем-то в сговоре с Малышевым. Но он не колется. Не колется. Ты видишь картинку спартаковской игры? Нет, но вот та игра, которая, когда соперник дает, там интересные бывают и ходы интересные, быстрые контратаки и проникающие передачи. Картинку ты имеешь в виду в чем? Ну, вот по комбинационному футболу какого-то, что они выходят, они знают, там, куда кто бежит. Да, конечно, да. Ну, я просто, Игорь, ощущение. Нет, целостность. Еще Спартак не попал ни под одного соперника. Зенит обыграет, Зенит обыграет. Это будет хороший Спартак. Вот они через неделю, если обыграть Зенит, мы можем говорить, что Спартак появился? Или мы будем говорить, что это случайно? Несмотря на эти там, условно говоря, потери, да, которые важные, потому что мы все время говорили там. Малком это один человек, да? Но здесь Вендл и Глушенков, да? Ну, там еще Кузяев. Ну, то есть там минус 2, и здесь минус 2. И даже позиции плюс-минус похожие, да. Ну да. Но тем не менее, еще раз говорю, в любом исполнении «Зенит», если «Спартак» обыгрывает, и мы посмотрим, как это будет происходить, надо еще обыграть. И не только «Спартак», да? Когда серьезный соперник, и когда соперник именно не просто там защищается, и такие дыры, где можно там ветром подуть и назабивать сколько хочешь, нет. Который в ответ тоже Мне кажется, будет хороший открытый футбол. Скажи мне, а ты общаешься лично с Малышевым? Нет. Он не просил тебя никуда устроить Дуарта? Ты не слышал, что Дуарта ищет команду? Нет. А с Амаралом? Я слышал, да. Что? Что Дуарта ищет команду. Раскрыть чуть-чуть можешь? Ну, я знаю, что ему ищет команду. Я, к сожалению, не знаю больше ничего, Сань. Он не устраивает Станковича? Ну да, он не устраивает Станковича. Он считает, что Станковича... Ну, то есть, как бы, это я так это очевидно, что он не устраивает Станковича, судя по приходу, я фамилию забываю.
Абена. Да, и учитывая, что у них еще есть Чернов, и учитывая, что он еще туда ставит Литвинова, то очевидно, что Дуарте нету места в составе. Игорь, а с Маралом? Я слышал просто, что да, ему ищет команду. С Маралом вы общаетесь? Ну, я как-то разговаривал, но у него, по его тону, понимаю, что у человека все, как бы, ему ничего не нужно. Ему ничего не нужно, потому что от него ничего не зависит. Он в Спартакине тоже ничего не решает. Трансферы берет главный тренер просто команды. Просто вот реально, судя по переходам, нет ощущения, что у Амарала реально роль спортивного директора. Ну, Барко, мы к нему, ему да, отдаем трансфер или кому? Не понимаю. Не знаю, пока вроде Барко к нему, а вот оба провальных сейчас, трансфера... Сейчас, да, я посмотрю, Станкович тренировал Риверплейт. А оба провальных трансфера из Турции было, как будто бы его просто поимели. Что значит провальный? Блин, не состоявшийся. Да ну как вообще можно в здравом уме, ну ты реально веришь, что актер Коглу... Я не верю. Мог приехать в РПЛ сейчас. Ну, я бы обалдел, если это случилось. Потому что я знаю, кто это такой, и точно знаю, какой на него спрос. Но то, что были переговоры с Спартаком, он в них залез. Там Кен без Барби мог приехать, мне кажется. Он залез в эти переговоры, потому что его поймали в эти переговоры легко. Потому что просто намекнули, что это за то, чтобы цену разогнать. Для других команд. Конечно. Ну, конечно, не для Спартака. Ну, последний тур чемпионата Турции, я как человек, у которого фэнтези Мертенса, не актер Коглу, могу сказать, что актер Коглу очень неплохо провел. Ладно, про Спартак хватит, но тут еще важный момент. Ой, сейчас против почувствовал кого, подожди, такой зенит. Против кого Спартак играл хватит. Спартак? Нет, совершенно нет. Ну, согласен, Профакел, пока не было сильных соперников. Профакел, конкретно Профакел. Во-первых, еще раз мы тебя поздравляем с тем, что ты победил в самой грязной номинации сезона. В принципе, ничего экстраординарного не произошло. Нет, потому что я первый, я угадал, 100% да. Я попадаю. Нет, в этот раз ты хотя бы не прилагал усилий, чтобы выиграть. Этого мы не знаем. Но у нас нет доказательной базы. Уже решил под ковером бороться с вами. Хорошо, Тимур, ты понимаешь, почему был назначен Дмитрий Пятибратов? Нет, конечно. Ну, я понимаю. Это логично. Я понимаю, почему был назначен Пятибратов. Посмотрим на тренеров. Но просто зачем, я не понимаю. А то, что почему его позвали? Я хотел сказать, ну я хотел вот эти твои хэштеги. Зачем? Главное, хотел сказать, удобняк? Да, не удобняк, как-то вышло было, да. Честно, я не понимаю, для чего нужно было. Я понимаю, количество тренеров с момента дебюта Факела. Они побили первое место, да? Захватили первое место? Я на это потратил ровно 5 минут. Это было очень несложно. И больше всего... Хинки просто вылетали, они вот этим дали им фору. Тут все засчитано, потому что Андрей Талалаев отработал полный сезон, и благодаря этому Химки, тренеры Химок даже работают большее количество туров в среднем, чем тренеры Факела. Вообще, ну, 12,8 это, конечно, феноменальный результат. Но, честно говоря, вот я просто когда про это думаю, я думаю, надо ли кого-то в этом обвинять, это стечение обстоятельств. Ну, вообще, когда Роман Гурамович из Хабадзе, генеральный директор Факела, говорит о том, что ну, результат-то есть, потому что мы два раза оставались с самым маленьким бюджетом, самым недорогим составом, там, по трансфермаркту. Это факты, это правда. Да, то есть им надо, их надо все время сбодрить. Ну, видимо, это их электрошокер. А может быть такое, что у них подписывают контракты посуточно, но по туру тренер, и в любой тур ему могут сказать, все, до свидания. Ну, потому что, ну, просто, ну, как бы я не понимаю, сколько туров продержится Пятибратов? Если чисто по спортивному, 3 тура. Не, ну там отставка где-то, ну, раньше у них отставки в апреле были. И Пятибратова, и в прошлом году, ну, в прошлом сезоне. До апреля еще 12 туров, Сань. Да, но у них была смена тренера в начале сентября оба сезона. Ну да, но сейчас они там... она пораньше произошла. Да, ну я не знаю, просто мне кажется, что... Ну вот что он может дать этой команде? Во-первых, они забрали его с команды, которая, где он работал. То есть понятно, что он следил за Факелом. Понятно, что он удобный тренер. Понятно, что здесь находился, кстати, Вадику Евсееву респект, потому что он намекал на то, что... Он тоже смотрел в будущее. Что-то он намекал, что что-то вот-вот может произойти в Воронеже. Он давал сигналы. Давал сигнал, да? Вот, поэтому, не знаю, мне, честно говоря, обидно за Факел. Мне кажется, уже не первый раз в жизни своими фразами Вадим Валентинович дает сигнал. У него минимум 2 высказывания, я помню. Сигналил, да. Да, но Вадик прямо говорил про именно что Пятибратов распускает слухи о том, что он вернется в Воронеж. Он давал интервью, которое вышло накануне прошлого тура, где ему задали прямой вопрос, вы хотели бы вернуться в Факел, с учетом того, что вот сейчас работает в Чайке. Он сказал, что это моя команда. Ну, я сейчас работаю в «Чайке», но я бы всегда хотел работать в «Факеле». Просто Роман Гурамович мечту человека осуществил?
Видимо. Не только «Газпром» это может быть. Не только может быть «Газпром». Но возвращаясь к тому, что может быть Пятибаратов, они играли с «Акроном» на кубок, они вышли в 4 защитника, но казалось, что это просто такая история, что надо там просто посмотреть, как это будет, дать кому-то поиграть на кубок, потому что на самом деле вот эта группа, «Рубин», «Акрон» и «Факел», и «Зенит» в этой группе в Кубке России, честно говоря, тут 3 команды, которым Кубок России не нужен. По там, причинам того, что РПЛ... Давай без Кубка России. Смотрим именно, «Спартак», смотри. Именно по чемпионату, Саня. Подожди, сейчас. Мы просто видим состав «Факела» на «Спартак», и кажется, что 3 центральных защитника будет, то есть Диев, Синхаджи и Божин, и Брайми с Сальшином будут закрывать фланги. И мы начинаем смотреть игру, и мы видим, что это вообще не так. Они играют в 4 защитника, правым защитником играет Диев, то есть там, допустим, не Мастерной, а именно Диев. Это вызывает вопросы. Беленов садится на скамейку, который до этого играл в чемпионате, играет Гудиев. И, допустим, если мы рассматриваем первый гол, то там как раз фланг Диев Брайми. Да. Брайми просто не доиграл. А если бы он играл в латерале, скорее всего, он бы не выдвигался изначально на Рябчука. Я вообще не понимаю, Брайми, учитывая там прошлый сезон, но это на него там без слез не взглянешь. Прям. Ну, у них нету денег, Игорь, знаешь, там, допустим, да. Но просто здесь... Но Мертенс не нравится. Вот смотришь на этот состав, например, да, и вот на любой состав смотришь, когда ты вот для себя думаешь, он где-то может прибавить или не может? Вот как будто бы пока что «Факел», ну, прям обречен. Ну, то есть, это слабее команда по игре на сегодняшний день, Саня, на сегодняшний день, сейчас не цепляйся к моим словам. Они слабее выглядят, чем «Акрон», по футбольному, а по характеру они слабее выглядят, чем «Махачкала». Ну, то есть, вот эти, ну, как бы, кто там до сезона планировался, что будут с ними конкурировать. Потому что «Ахмат», я думаю, что, ну, при каких-то там стечении обстоятельств должен все-таки с этой ситуации выбраться. Да, ну, должны они выбраться, да, я думаю, что они выберутся. Но, то есть, вот сначала провалились на правом фланге и, безусловно, хорошо сыграли там Рябчук, Угальда, ну, вообще атака «Спартака» хорошо смотрелась, не только в этом эпизоде. Не, ну, 5-5 Рябчука скрытый и удар Угальды, там, ну, произошло идеально. Вот да, прямо но реально второй гол идеально. Достаточно простой, с углового, когда Божин играл против Бабича и проиграл ему. «Факел» говорит о том, что, возможно, там было нарушение, ну, на мой взгляд, это как раз... На мой взгляд, тоже не было ничего. Оба друг друга держали, пихали друг друга, да. Чистая борьба просто. Да, поэтому будем смотреть, что будет делать Пятибратов, но еще вот заканчивая с этим матчем, давайте посмотрим, что он сказал после матча по поводу того, что команда не развалилась во втором тайме, и это хорошо. И там меня зацепила вот фраза, которая, собственно, была после вот этого. Ребята в большом количестве после матча рухнули на газон, наверное, того, что все силы оставили на поле. Вопрос, сколько этих сил у нас было сегодня. Ну, намекает да. На то, что они по физически не готовы. А возвращаемся на 3 дня назад и смотрим, что сказал Пятибратов перед матчем кубковым с «Акроном». Ребята находятся в очень хорошем физическом состоянии. Это заслуга прежнего тренерского штаба. Небольшая неувязочка. Расстояние личности просто чуть-чуть, понимаешь, вышло. Вроде бы как бы до матча все хороши, а после матча найти надо какого-то крайнего, да. Да, ну и раз соломки все постелены, собственно, переходим к обсуждению соперника «Спартака» в 6-м туре РПЛ. Это «Зенит», который приехал в команду, которая открыла футбол для Тимура. Это «Химки». Так, интересно, да? Интересно, да? Как стало интереснее, да. Характеристика «Химок». Давай, Сев, сразу к составам. Вот подвезли книжку, ура, чтобы не думали, что я книжку зажал. Ловишь? Да. Я думаю, она прям большая была. А тут... Как победить панические атаки. Буду передавать ее в РФС. Вот. Хорошо. Доктор Курпатов старался для вас написал, чтобы у вас и не случился инфаркт, когда вы «Зенит» увидите на рассмотрение вопроса. Да, Сань, что там про «Зенит»? Мы сейчас увидим «Зенит», Сев. Давай состав «Зенита» посмотрим. На этот матч было понятно, что не будет играть Вендл, который был из-за травмы после столкновения с Караскалем. И выбыл еще перед матчем Караваев. Об этом мы узнали, собственно, там за час до игры, когда увидели состав. Дебютирует в РПЛ в стартовом составе «Волков». И абсолютно неожиданно, на мой взгляд, вместо Вендела выходит не Горшков в центр поля, не Артур на правый фланг с перемещением Глушенкова, а Глушенков все-таки выходит в середине, скорее десяткой, а не восьмеркой. А на правом фланге атаки появляется Монтуан. Вот вы как оценили это решение? Я думаю, что
была надежда на то, что, вернее, не надежда, а Симак был уверен, что они будут стоять большими силами сзади, и нужен был просто индивидуальный игрок, который может смещаться в разные стороны, сделать хаотичное движение. Мобильный, да. А? Мобильный, да. Меняться местами с Глушенковым, бесчисленное количество раз. Монплан скорее сдваивал середину с Кассиерой. Ну да, но он мог врываться в эти зоны и просто вот этим броуновским движением создать хаос там и где-нибудь выловить мяч, потому что я думаю, что до матча расчет был на то, что Химки будут десятером стоять в воротах. Ну, хорошо, восьмером. Ну, Химки... Караваев пропускал матч? Да, играл воспитанник. Он травмировался? Ну, если Волков играл осознанно вместо Караваева, значит, просто была недооценка Химок. И Зенит просто приехал за легкими тремя очками. Караваев не мог играть. Мне просто понравилась очень фраза, если Волков играл осознанно. Собственно, честно говоря, вот, допустим, вот этот выход, когда он, я не знаю, то ли на Кассиера пытался отдать, то ли просто перебросить Обухова, непонятно вообще, что он пытался сделать. Со стандартом ты не видел? Ты думаешь, он знает, что он хотел сделать? Он сам не знает, что он хотел сделать. Он сам не знает. В этом вся большая проблема, потому что ты не можешь функционировать. И после этого Сева пускай больше не говорит про то, что деньги тратятся куда-то непонятно. 5 миллионов заплатили за него. Плюс 2. 7 миллионов. Да. Это человек может стоить? Честно говоря, вот опять же, видишь, во-первых, какие ваши доказательства. Да. Но, честно говоря, вот если... Почему ты мне сейчас голом видел ситуацию? Если... Потому что ты все время возмущаешься, что иностранцев покупать задорого. Нет, а типа, бля... Нет, я в целом возмущаюсь растратом денег. И тут она такая же, какая разница, русские или... Просто... А растрата, вот, выражаясь там уголовным кодексом, допустим, немножко другие вещи. Просто... Я честно... Волков, вот, конечно, это, как игрок «Зенита», это... Это лучший трансфер Краснодара на выход в это окно. Вообще за всю жизнь. Реально за всю жизнь. В смысле, а Сафонов? Нет, ну, за Сафонов... Сафонов стоит этих денег, да, а этот не стоит нисколько. Тем не менее. Волкова, в принципе, Волкова можно отдавать, знаешь, вот Волкова надо обязательно в команде держать, но Волкова именно нарицательное, чтобы отдавать его кому-то в довесок. Просто как будто бы ты количеством берешь. Вот ты отдаешь хорошего игрока и Волкова, вот тогда надо так. Ну, потому что, когда «Зенит» берет такого футболиста, ну, прям, я не знаю, у меня просто слов нет. Как, я не знаю, если такого футболиста, как Волков, нету в академии «Зенита», надо академию разогнать просто сразу. Закрыть и разогнать. Был, мне кажется. Ну, то есть, мне кажется, Вахания и Волков. Вот есть игрок, вот если Вахания у них не играет в «Зените», а Волкова берут «Зенит», я тогда просто, ну, мне нет вопросов. Ну, то есть я не понимаю, как это вообще возможно. А что есть тогда, если нет вопросов? Ну, потому что я не понимаю, что на них никто не ответит, но когда у тебя, допустим, есть воспитанник Вахания, который приходит, дорастает за полгода до сборной... Ну, может быть, взяли с той идеей, что, может быть, его разовьют или еще что-то. А зачем пока, надо брать кого-то, может быть, разовьют, когда есть свои? Ну, профиль, большой парень, бежит вроде. Но я-то... Я с тобой соглашусь. Игорь, я понимаю, что ты пытаешься... Нет, я пытаюсь что-то оправдать, да, я бы никогда в жизни не купил, но ну, это произошло, да, и... Это произошло, так говорят про болезнь. Это вот произошло. А вот это просто, это профнепригодность того, кто подписал бумаги на Волкова. Тут перед сезоном сидели, хвалили «Зенит», что вот они все... Глушенкова они взяли, да, или что? По-моему, про Волкова мы многие недели говорим. Нет, мы про Волкова говорили недели. Подожди, мы говорили, что «Зенит» сумел взять русских футболистов, закрыть позиции, в том числе Волкова тоже. Нет. Нет. Мы про Волкова никогда не говорил. Мы говорили про то, что «Зенит» все правильно сделал, закрыл русские позиции. И как жизнь показывает, потому что я, честно говоря, думал, они его не туда берут. Я уверен был, что они его берут на позицию сидеть под Дугласом, а они, кажется, Горошкова берут в опорную зону. Но я не ожидал, я просто, ну, как бы все потом говорили, что он когда-то играл опорником. Я, начинал. Я уже не здесь изменится, если мы говорим сейчас про «Спартак», я думаю, что вернется Караваев, наверное, если он не травмирован. У него простуда. Вернется Караваев. Простуды, это не бывает так долго. Подожди, у Макаева бывает. Соответственно... Макаева тоже на один раз. Нет, честно, я просто закончу. Я не уверен, даже если Караваев, допустим, ну, дай бог славе здоровье, я, допустим, не уверен, что если даже он не восстановится, на правом фланге не выйдет в этой игре, допустим, Иракович, и в центре не появится Алип, или вообще будет перестройка на трех центральных... Ну, а три русских все равно стать надо. Трех русских давай. Можно набрать. Алип не считается. Ну как, латыш? Алип считается, на поле считается. Ну, на поле считается русским. А ты имеешь в виду, Алип будет, ну, условно... Не считается. А кто будет? Легенда. Глушенкова же теперь я больше нет. Я говорю, он русским считается. Горшков. Нет, где Глушенков будет играть Клаудини. Нет, а Горшков, значит, Горшков, Латышонок. Три русских же надо все равно. Допустим.
как вариант. Не, мостовой. Я думаю, мостовой. Вот я думаю, что вместо Мантуана просто выйдет мостовой. Хорошо, так, давайте тогда переходить. Подожди, может выйти и Васильев. Почему? Не, Васильев не выйдет. Не против может. Такого Спартака на ходу не выйдет Васильев. К сожалению, Дима, несмотря на гол Рубину и всяческие пожелания ему хорошей карьеры как воспитаннику петербургского футбола, пока что совершенно не убеждает. Хотя Сергей Богданович на этой дистанции убеждал гораздо больше. Я не скажу так, посыпать голову пеплом за 100 с Зениту, конечно, не надо. Случайный гол Химок, не, это случайный гол Химок со стандарта. Не случайный гол, он показал как раз слабость зоны обороны. Понятно, обороны. Там все если, хорошо получилось. Заболотный пролетел мимо мяча, но собрал двух игроков за себе. Нет, он заблокировал. И Волков стоял, смотрел. То есть он не, а Волков что мог сделать? Как что? Я внимательно посмотрел. Он смотрел. Там вообще мяч Заболотный случайно, абсолютно случайно, нехотя сыграл с Долова, поставил блок двум защитникам, потому что как его зовут? Я тебе говорю Фариня. Про другую Фариня. Историю. Фариня бил в пустые ворота уже. Волков все это видел. Но он не сделал ничего, он стоял вот так вот просто. Почему? Ну, интересный момент выпрыгнул? Был, он посмотрел. Ну, посмотрел. С первого ряда не понравилось, ну, да. Наверное, кому-то. Такая да, шутка да. Раньше была про Бруно Алвиша в Петербурге. Но перед тем, как сейчас еще про игру, совершенно внезапная тема, которую я вообще не думал, что мы когда-либо будем обсуждать подробно в этой программе, но это состав Химок. Во-первых, Артига удивил, наверное, не только меня, а тех, кто все-таки следит за тем, что у них происходит, тем, что они вышли в 4 защитника. Сань, ну ты, если быть откровенно до конца честным, Абдулахи очень низко садился. Он нет, садился они очень играли низко. Все равно с Хасоновым два опорных. Да, но до этого рядом с Филином и с Фарини играл Седрик. Да, но Абдулахи очень много атак садился как третий центральный защитник. Поэтому, да, он опорный вообще и по всем своим игра опорный. Но вот так, как ты нарисовал, так было не всегда. Во время атак «Зенита» он прямо вот в линию становился с Филином и Фарини. Поэтому они отбивались как могли. Здесь по-другому как играть с «Зенитом»? Ну как по-другому? Понятное дело, что там сейчас понятно, что они говорят, что вот мы не дотерпели, замены, хотели выиграть. Ну понятно. Ну, а что по факту, конечно, 100%. Все так, 100%. Но когда ты до матча, понятно, что твоя задача отбиться от «Зенита». По ходу дела, когда у тебя у них ключевой игрок вылетает и команда начинает биться об закрытые двери, и с каждой минутой нервы все быстрее. Я, честно, вообще удивлен, что в этом матче не было града желтых карточек от «Зенита», и они монотонно дожали эту игру хотя бы до ничьи. А я удивлен. Ну, замены помогли тоже. Да, ну, сейчас чуть-чуть про это подальше. Я удивлен, что ты до сих пор не сказал про это, или там Сева не ворвался в наш эфир. Так что давайте, собственно, обсудим эту тему. Да, на месте Александра Руденко, допустим, на правом фланге атаки мог появиться Зелимхан Бакаев, который несколько недель назад был арендован у «Зенита». Ну, недомогание. И то, что произошло в медийном пространстве перед этой игрой, и во время этой игры, и после этой игры, это нечто очень странное. Давайте, собственно, смотреть все эти цитаты. В этой ситуации только одно, Сань. Странная ситуация в этом только одно, что наплевательское отношение к мелочам. Если они знали об этом, почему руководство, а наверняка такое могло быть, в принципе, в этом ничего нет удивительного. Это запрещено делать вообще по закону, но в этом ничего нет удивительного, когда говорят, что давайте против нас он играть не будет. Запрещено запрещать арендованным игрокам играть против команды, которым они принадлежат. Да, да. Но понятийно это возможно. Почему, например, условно там несуществующий спортивный директор Химок или там руководитель Химок не посчитал нужным сказать это главному тренеру, и тот вот это выдал до игры. А ты уверен, что это должен говорить лично глава клуба, а, допустим, директор медиадепартамента? Нет, смотри, кто директор медиадепартамента или генеральный директор. Тут вопрос в том, что мы все не живем в сказке, и понятно, что такие истории происходят вообще регулярно. Да. Но просто то, что Химки реально к этому вообще не подготовились. Да, вот про это. Я же говорю, наплевать на отношение к мелочам. Я же об этом и начал. Общую легенду. Конечно, надо было вызвать тренера. Давай просто посмотрим для тех, кто... Бакаеву за несколько дней до матча Химки объявили, что у Бакаева будет автограф-сессия перед матчем. Ну, то есть, ну, они как будто сами привлекли внимание. Я еще раз говорю, что да, они просто наплевательски относились к мелочам, давай посмотрим. От которых пришлось отгребать потом.
Артиги на предматчевом флеше задают вопрос, Бакаев вроде бы может играть, ну, то есть, естественно, законодательно это так, но его не будет. Почему? Ответ Артиги: мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть. Но на самом деле, там, если слушать его английский, там он проживал одно слово, но вот, то есть... Окей, допустим так, допустим так. Дальше в «Спортэкспрессе» появляется интервью самого Зелимхана, где он говорит, почему сегодня играете? Не разрешили, потому что такое соглашение с «Зенитом» — ответ «наверное». То есть кто не разрешил из этого ответа, мы не понимаем. Да? То есть у нас размытая история. Дальше у нас появляется третий персонаж в этой истории. Это генеральный директор Николай, честно говоря, не знаю, Оленев или Оленев? Ну, неважно. Оленев. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Ну, не важно, если за 2 года ты не знаешь, Оленев или Оленев, значит, он еще два года не появится. Бакаев пропускает игру по причине недомогания, никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье — непредсказуемая вещь. И дальше, собственно, появляется глава или человек, который помогает финансированию «Химок». Как Туфан. Туфан Садыгов, да. Он говорит, договоренности нет, он может играть против кого угодно, недавно выступал в Кубке, решение тренерского штаба поберечь, прошу прощения, его для других игр. Собственно, когда мы вот просто видим эти комментарии один за другим... Что ты хочешь, чтобы мы сказали? Что это сшито белыми нитками неудачные действия «Химок»? Это сшито белыми нитками неудачные действия «Химок». Конечно, по ходу дела они поняли, что они лажанулись, тренер сказал правду, Бакаев сказал правду, надо было как-то исправлять ситуацию, получилось кургу. Получилось очень разве неудачно. Разве это не повод для разбирательства? Повод. Ну вот тогда Александр Алаев дал повод? Тоже ну, комментарий повод. По этому поводу. И он сказал, что мы не прокуратура. Ну, на самом деле, там, это Следственный комитет, ну, если так, аналогии. Но это не так важно. Собственно, вот здесь, как раз если говорить про лигу, то вообще... Обход практически любого правила возможен. Не только в футболе, ну, в принципе. Ну, конечно, да. И, конечно, если какие-то правила начинают обходиться а что публично, делать? Саня, вот хорошо. Но это плохой кейс для лиги. Да, допустим, я согласен с тобой. Потому что хорошо, у тебя дальше какая может... позиция у лиги должна быть? Что они должны? Как они, какой, смотри, вот. Я имею в виду, какое наказание? Это, вот. Даже сначала возвращаемся к тому, о чем я сказал касательно Коваленко. Какая у вас доказательная база? Допустим, лига может запросить, а не то, что лига может запросить контракт, а у лиги есть этот договор аренды. А там не будет такого. И там этого не прописано. Не прописано. И, соответственно... Подожди. Но КДК же частенько выносит свои решения или даже комитет по этике на основании публикаций в СМИ. Почему тут доказательной базой не могут быть высказывания главного тренера тебя... и футболиста, которые впрямую говорят, что нельзя. Это первое. Второе. Другой представитель клуба говорит про недомогание. Тогда в этом случае можно запросить какие-то медицинские документы. Ну, они их нарисуют сейчас, Сев. Ну, давайте здесь, смотри, здесь вообще отпадает необходимость проводить расследование в медицинских документах, запрашивание документов. Тренер перед матчем четко дал понять, что ему не разрешили ставить игрока. Потом и футболист сам это сказал. Все, точка. Конечно, вот все. Это и было их хорошо, эмоциональное смотри. Состояние. Сейчас все будет, сейчас будет звучать, как я переквалифицируюсь из адвоката Краснодара в адвоката «Зенита». Уже это сделано на сегменте Оренбурга. Хорошо, но вот смотри. Ну просто, это же так и будет. Да. То есть смотри, ты вот приводишь в пример доказательства того, что здесь что-то нарушено. Цитата Бакаева. Сев, покажи еще раз, пожалуйста, цитату Бакаева. Там, в этой цитате, нету слова, допустим, запретили «Зенит». То есть, нет, конечно. Почему ему сегодня не играете? Не разрешили. И дальше тебе могут сказать Зелимхан или представитель «Химок», там, медиадиректор, генеральный директор, главный тренер о том, что не разрешили, это... Со стороны медицинского штаба, потому что у Зенита было недомогание. Подожди, смотри, потому что такое соглашение с «Зенитом» и парень, который... Ответ не дал. Не, наверное, согласен. Смотри. Теперь возвращаемся конкретно к фигуре Зелимхана. Открытый, честный парень, который врать практически не умеет. Но он искренний. Он искренний парень, ему задают честный вопрос, он на него искренне, честно отвечает. Дальше его убирают из всех обсуждений, чтобы его не подставлять. Потому что он, когда будет врать, человек, который плохо врет... Наконец-то вот я не включился. Вот я не краснею, когда вру. А он, например, чисто просто то, что не умеет врать, он будет краснеть. И чтобы его человек, который ты не знаешь, Оленев или Оленев, он может соврать, может быть, легко. Не, потому что ты даже не знаешь, как он выглядит. Я хотел выразить респект нашей гримерши за то, что ты не краснеешь. Да. Вот. Поэтому здесь, ну, можно проводить. Ну, хорошо. Для галочки можно провести расследование. Я тебе говорю про тут то, все и так понятно.
Не, просто условно за шутку Безрукова у нас как бы вот... Да, здесь вот все, и здесь Зенит-оппозиция, мне тоже, Сань, абсолютно... А какая у Зенит-оппозиция? Который намекнул в свое время, что давайте против нас, друзья, вы играть не будете. Объясню почему. Потому что я уверен, что Бакаев большую сумму зарплаты дополучает Зенита. Ему Химки просто не в состоянии платить такие деньги. Покажи статистику Бакаева. Соответственно, Зенит может сказать, друзья мои, если мы платим ему половину зарплаты, давайте кого против нас играть не будет. Вы давайте с другими, пускай он там бегает и играет. Поэтому вот уж кого я точно тут не виню, это Зенит. А дальше пускай Лига сама решает это и разбирается, и выносит решение. То есть я правильно... Стоп. То есть я правильно понимаю, что весь твой перформанс в начале выпуска и там слова про РФС и про Зенит, они связаны с историей с Коваленко. Коваленко и Бакаев, две истории в одну неделю ты только, случилось. Ты только что Зенит. Сказал, что ты не видишь Зенит. Хорошо, они должны, смотри, здесь есть два участника истории, и они должны каким-то образом озвучить эти клубы. Кажется, Тимур говорит, что Зенит, Химки в этой ситуации Зенит подставили. Да. Да, Химки подставили Зенит. Я так и говорю. Решение. Я так и говорю, что Химки подставили Зенит нехотя или хотя, ну, точно, что нехотя, только потому, что у них не хватило опыта в таких вопросах. Потому что там, как мы видим, нету ни одного футбольного человека. Ни спортивного директора, ни генерального директора, ни, к сожалению, президента клуба, нету ни одного футбольного человека. Соответственно, они это все пустили на самотек, учитывая, что в каких-то корпорациях ничего страшного, если работники переходят, в футболе это нельзя. У них просто не хватило футбольного опыта этот вопрос решить. И никто не подсказал. И они по ходу дела просто сообразили, что натворили какую-то... Ну, за то, что... Хорошо, теперь вопрос. Если там натворил Дима, он будет за это отвечать. Почему с Химки за это отвечать? Не будут. Что они такое сказали, и это останется безнаказанным. Вот как выглядит Николай Оленев или Олень. Это... Сильно поменяло сейчас это мое вообще представление о жизни. Слушай, ну давай будем уважительны. Да что здесь я такого? Что Сева сказал неуважительного? Думаю, главный тренер говорит. Твоя интонация, это в принципе уже неуважительно. Ладно, это к футболу все-таки не имеет там сильного отношения, но эти прецеденты надо гасить. Или люди пускай готовятся к своим вопросам посерьезнее чуть-чуть. Чуть-чуть посерьезнее, чтобы так, потому что они своим поведением просто подставляют других людей. И вот и все. И себя тоже. И себя подставляют в первую очередь, и других подставляют, и футболиста подставляют. Заставляют его придумать какие-то себе травмы, которые, к счастью, слава богу, что Зелимхан без травмы, через один день после, когда вот сегодня уже начнет тренироваться и будет готовиться к следующему матчу. Игорь, но вы понимаете вообще вот эту норму регламентную? То есть... Ну, конечно. Поэтому, да, я тут могу сказать, что действительно подстава. Подстава Зенита Химками. Ну, наверное. Ну, Игорь, или после включенного микрофона, не знаю, что такое подстава. Давай пошли дальше на матч Динамо. Тогда Нижний Новгород. Нет, заканчивая с темой Зенита-Химок, все-таки пару слов про игру. Химки еще подставили Зенит тем, что не дали Зениту побороться за рекордную серию победную на старт сезона и отобрали очки. И, в принципе, Зенит не так много создал в этом матче. Вот мы вспоминали уже момент Волкова, был момент Педро. После углового был еще момент, когда там Веру подставили, подсунули ему мяч, и Глушенков его обокрал. А еще будучи на поле отдавал на Клудине, там как раз Абдуллахи очень хорошо сыграл в подкате. Собственно, Симак сказал, что Зенит вышел очень вальяжным. Давай посмотрим себе на это высказывание. И мне кажется, что вот это действительно сопровождало вот эту вальяжность почти всех 100%. Игроков старта. Ну, бывает так, Сань. В том числе и Матео, бывает. И Максима. Бывает так, так бывает, к сожалению. И вот эта травма тоже от того, что какая-то вальяжность присутствовала. Я не знаю, были ли случаи, что, наверное, были 100%, чтобы от мяча рука ломалась. Были случаи, чтобы попадание... Мы видим, попадание было просто... Там лучевая кость, да, у него, по-моему, сломал. Со смещением, мне кажется. Ломали лучевую. Я не знаю, лучевая-то вот здесь, да? Где-то? Я не думаю, что здесь? Прям Глушенков там вальяжно как-то вышел, просто напали. Слушай, Зенит тоже понимает, что у них через неделю Спартак. Они эти три очка уже заработали. Они вот пока летели в Москву, они понимали, что надо вернуться, не получить травму, готовиться к матчу со Спартаком. И так пошло что-то не так, что им пришлось сверхусилия прилагать. Все не так пошло. Да, я ломал лучевую в школе,
И я правша, сломал правую и очень грусть... сломал левую. Сколько, и сколько, очень грусть, это, сколько травма это может быть? Сань, сколько это травма может быть? Ну, я так думаю, это все-таки не нога. Надо ждать его только после паузы на сборной, потому него смещение еще, если пластину поставить. Ну, это же надо какую-то, можно пластину этот и потом лангет, лангет какой-то. Да, но... часто играют... Ну, с лангетками. Но сейчас говорят, нельзя, Сев, с жесткой лангеткой играть. Запретила УЕФА, а какая-то она должна быть. Мы не медики, в отличие от... Ну, это, слава богу, что не нога, Максиму скорее всего выздоровление, все-таки это один из самых ярких игроков чемпионата России, поэтому... Да, и вопрос. Без него, конечно, атака «Зенита» была не так ярка. Во втором тайме произошла вообще достаточно странная история, когда заменили Кассиеру, и минут 20 «Зенит» играл с Педро в роли центрального нападающего против немаленьких центральных защитников. А там потому что только поэтому Хима. Это и произошло, что они пытались за счет того, что он маленький, юрки, думали, что может быть там, знаешь, что-то получится, что Химки, ну, Химки сбились, удерживать счет. Обороняются достаточно низко. То есть я, честно говоря, вообще вот этого не понял. Вообще не понял. И, по-моему, выход Сергеева и Ерохина и включение Нина в атаку, по-моему, показал как раз... Ерохин вообще в каждом матче, который он выходит, он всегда дает вот этот вайп. Не, который... слава богу, что вышел Глушаков на поле и как-то хоть сделал, что счет 1-1 стал. То есть Глушаков... Ну, из-под Глушакова, по-моему, гол забили. Мне кажется, у тебя каждый гол Химок из-под Глушакова. Нет, ну вот он появился и забили гол. Я думаю, что Урарту до сих пор пропускает из-за того, что там был Глушаков, по твоему мнению. Еще один эпизод, который, на мой взгляд, достаточно так внезапно стал сильно обсуждаем медиа. Мы на столе. Знаешь, любой эпизод с «Зенитом» у тебя... Не, ну что, ну поругался матом, игрок недовольный результатом. Ну что теперь делать? А вы момент этот видели? Как можно было не свистнуть этот момент? Ну, когда ему тянули, ну я вот... Да, это правда это так, что за бред вообще? Ну как? Ну это все равно ты провоцируешь, да? Слушай, ну у них не получается. Еще судья там реально спровоцировал. Как Лудиня это объяснил, свой спич, его спросили, что это было... Всегда арбитр против «Зенита», говорит Лудиньо. Мне кажется, что в Москве некоторое другое мнение есть. Отлично от этого. Да, но в этом моменте, правда, честно говоря, его там фалили. Любой, вот поверь мне, любой футболист возмущался бы приблизительно как он. Да, но тут просто настолько очевидно, тебя просто не то, что там в легкую, а просто вот так вот там дернули, и он упал, понимаешь, от этого. И судья это не заметил. Я не знаю, где его глаза. Вообще судейство скатилось... Подожди, мы сейчас к этому вернемся, просто с Клаудинью закончить. Мне кажется, что вот эта проблема, которая тянется с прошлого, может быть, даже и раньше сезона, она вообще никак не решается. То есть Клаудинью бьют по ногам достаточно грубо, и судьи часто пропускают эти нарушения или не пропускают их, но не дают желтые карточки соперникам, оппонентам Клаудинью. Знаешь, Сань, почему? А дальше Клаудинью начинает заводиться, да, это и вот его реакция очень часто тоже не оправдана абсолютно, и за его реакцию его тоже не наказывают желтыми карточками. То есть здесь какой-то порочный круг, который идет, Вот про него и вальяжность. Это можно сказать, да, потому что он все время как будто вот дразнит, да, и поэтому он получает... Не, ну это хорошее качество игрока, мне нравится. Это хорошее. Мне нравится то, что он провоцирует. Тогда не заводись сам. Тогда держи себя в куче, понимаешь? Если ты это предлагаешь, тогда держи себя в куче. Ты не можешь потом обижаться на кого-то. Слушай, ну смотри, он в России давно. Сколько, 3 года уже, да, или больше, Сань? Он в 21-м придет. Да, 4 года, там по 4-й год. Он понимает, как тут играть. Он очень круто играет на смене ритма, на смене темпа. Да, понятно, он провокатор. Понятно. Он провокатор, который чистый хорошо играет в футбол. И поэтому он спровоцировал игрока Химок на такое действие. И за него не получает реакцию. То есть судья... Идет контратака еще. Да, судья действительно просто взял, как бы отвернулся, сказал, ну ладно, это с Клаудиньо, он всегда так делает. И как будто бы, знаешь, как будто бы это в порядке вещей. Поэтому его реакция... Ну, сколько, 250 тысяч рублей за это заплатить? Да, но я про то, что вот, возвращаясь к нашему столу, по-моему, все сошлись на мнении, что за такие слова не надо дисквалифицировать, а просто штрафовать. И причем, ну, штраф выписывать просто чуть больше, чем было раньше. Ну, собственно, это все поменяли к этому сезону, поэтому я думаю, что Клаудиньо просто будет оштрафован, и через несколько дней мы будем его наблюдать на газоне «Газпром-Арена» в матче против «Спартака». Ну, а мы переходим к, возможно, главному конкуренту «Зенита» на данном этапе сезона, а, возможно, по ходу всего чемпионата. Это «Динамо», которая одержала очередную в этом сезоне победу, сухую победу над «Крыльями Советов». Что мы можем сказать про эту игру вообще в целом? Гроссмейстерская.
Слушай, ну смотри, Сергей Егоров добивался этого ответа от Дмитрия Гостя. Счет не по игре. Почему? Ну, потому что «Динамо» должно было раньше выигрывать этот матч. Не, ну раньше... Ну, да, с другой стороны, оно создало полуподходы, Саня. Оно, понятно, что там 100% моментов было не так много. «Самара» действительно сейчас чуть-чуть там в таком состоянии, когда им тяжело в плане... Ты же видишь, со всех сторон до нас доходят какие-то же слухи. Все, давай составы посмотрим. Не исключено, что и они внутри там понимают, что для них каждое поражение может приближать там условно отставку тренера. Какие-то разговоры идут или там отставку, смену руководства. Я считаю, что если руководство Самары хочет просто, чтобы там все продолжалось и наладилось, надо просто их оставить в покое. Они пока что проиграли только... Кто-то дергает? Ну, такие разговоры ходят, Сань. Ну, какие? Ну, ходят разговоры, что они не могут трансферы, например, делать. Да, в смысле, там. Олейникова? Ну, Олейников это внутренний трансфер, там попроще. Это российский игрок, да, это интересный игрок. Не супер дешевый. Ну, для крыльев не супер не дешевый. Дешево, но у них деньги же были. Сколько заплатили? Сколько заплатили за Олейникова? Ну, это по твоей части. Ну, я не знаю, честно, я не знаю. Я знаю, что некоторые, допустим, иностранные трансферы, им пока говорят, подождите. Там на усиление, которое они хотели бы, допустим, сделать. А? Гальдамес приехал. Ну, Гальдамес приехал, по-моему, по нему трансфер ввелся еще давно. Здесь я говорю, что пока что Самара действительно неубедительна. И место их в таблице, понятно, что тоже никого не устраивает. Самара – регион, который привык к хорошему, яркому футболу. И в этом вина Игорь Витальевича, который их приучил, что Самара играет по-другому, они будут играть свой футбол. Надо просто дать им чуть времени успокоиться, не дергать их. Проблема в чем? Они отдали двух нападающих, никого не взяли. Нападающего просто нету. Шитов, конечно, как основной нападающий, это так же самое, как Мусаев. Но отдали как бы Писарского и этого... В смысле, Писарский это был... Если... Нет, второй был Осетин, как я забыл его фамилию, Хубулов. У них и так не было нападающего, а еще двое ушли. Остался один Шитов. Но один Шитов не тянет. Не тянет пока что Шитов. Шитов не пойдет. Понятно. Одна из больших проблем, это, конечно, пара центральных защитников. Вот, особенно Евгеньев, да. Ну, пока что с кем они сыграли, Самара, если посмотреть. Ростов, еще... Спартак, Зенит и Факел. И Динамо. Да. Ну, фактически у них только Факел, где они должны были брать очки. Но... Еще я считаю, что в средней зоне, вот тот факт, что Констанция не играет, это тоже, мне кажется... Для меня, я думаю, что и Саня меня поддерживает в вопросе, для меня как бы понятно, что Горы это для них самая большая потеря. Ну и по прошлому году Рахмановича отсутствие сильно сказывается на этой команде. Да, он все-таки ходы делал. Ну да, он хотя бы, хоть он и не очень быстрый игрок, но он парень рассудительный, и он мог распоряжаться скоростью своих партнеров. Сразу после матча появилась информация в телеграм-канале журналиста «Спортэкспресса» Максима Алназарова о том, что Осинкин может быть уволен уже на следующей неделе, то есть на этой. И на пресс-конференции Игорю Витальевичу задали про это вопрос. Давай посмотрим, что Игорь Витальевич на это ответил. Тимур, ну ты как человек, который выигрывает самые грязные номинации в нашей программе, что можешь сказать, собственно, и про насколько реально ли близка ли отставка Осинкина вот действительно ближайшие дни? Еще раз, смотри, здесь в клубе произошли большие очень изменения. Ну, объясни в регионе. Какие? Сменился новый губернатор. В Рио. Да, сменился там новый губернатор, у которого в сентябре выборы. Понятное дело, что до сентября, скорее всего, никто никого трогать не будет. Но мы не знаем, какое окружение у этого губернатора, какие у них там планы на этот клуб. Кто еще может достучаться до губернатора? Но я тебе уверяю, что вокруг Самары ходят разговоры. И здесь, например, я это не знал, я после этого стал расследование какие-то вести, когда Вадим Валентинович сказал, что даже есть некое имя. Через неделю всплыло, что это Юран, да, что сватают Сергея Николаевича, почему-то кто-то сватает его в Самару. Ну, не бывает дыма без огня. Там услышали, тут услышали. Понятно, что на тренера действующего это действует на нервы. Ну, а как? Я запомню это выражение «не дыма без огня». Первый раз его услышал, когда в очередной раз буду читать сообщение про твою агентскую группу и твои грязные делишки. Ты в этой агентской группе, ты давай читай, про что ты по сам по себе будешь читать. Так что я говорю, что если мы хотим получить Самару, которая нам нравилась, за искрометный футбол, там все, я понимаю, там сейчас скажут, вот они там продали, потери, тяжело восстановить, и это тоже правда, и это тоже своеобразная правда. Просто когда это должно было закончиться?
Когда-нибудь? Когда-то. Ну, наверное, да, но они и так в том году там тяжело, да, выкарабкивались из ситуации. Поэтому, слушай, я говорю, что надо их оставить в покое спокойно. Пауза на сборную, пауза на сборную даст им силы. Все равно, вот мы пока не понимаем, закончился он или нет, но у этой схемы с крыльями был какой-то цикл. И, возможно, он просто закончится. Ну, смотри, ты все равно связываешь очень плотно эту команду с Павлом Андреевым. Ну, нет, я Приход латиноамериканцев показывает, что Павел Андреев не имеет уже такое влияние на команду. Тем не менее, там по-прежнему очень много футболистов и тренеров, которые там оставались. Которые там оставались. Да. Новое приобретение, только последнее, это был Шитов, который, как ты говоришь, Шитов да? Шитов два года назад. Ну, два года назад. Поэтому Дмитриев Бабкин, пришел. Бабкин пришел, не да. из группы ну, Андреева. Дмитриев пришел и это через «Спартак» туда, пока видишь, где там этот Дмитрий. А Бабкин, Бабкин вышел на замену. Бабкин не игрок Павла Андреева. Ну, Бабкин игрок Вадима Шпенева. Вадима Шпенева игрок, да. Поэтому Олейников тоже, сам понимаешь, не игрок Павла Андреева. Иностранцы тоже нет. А то, что там ну, Рассказов тоже не игрок Павла Андреева. Поэтому здесь прям, вот, прям понятно, что остался какой-то там след от этой всей истории. Но цикл поменялся, люди поменялись. Надо просто время, чтобы они заиграли. И я думаю, что Самара точно с этим справится. Да, ну, хочется, но здесь я, конечно, хочется просто рано или поздно все заканчивается, но хочется, чтобы все заканчивалось достаточно здесь, красиво. Здесь мало говорим о «Динамо». Да, сейчас давай про «Динамо». Матча. «Динамо» взяла свои 3 очка, что было самое главное в этой ситуации. Но мне кажется, есть важный сюжет. Во-первых, Краскаль выходит в стартовом составе, да, впервые в нынешнем сезоне РПЛ. На скамейке оказывается Гладышев. Неделю назад мы разбирали, собственно, высказывание Лички по Ярославу, что оно было таким достаточно жестким, вот, что нужно становиться мужчиной и так далее. Матч кубковый на неделе прошел, Гладышев выходит на позиции нападающего, и Гладышеву дают капитанскую повязку. То есть очевидно, что это все взаимосвязанные истории с тем, что происходило в Питере и на поле, и за его пределами. И, соответственно, в этой игре Гладышев оказывается на замене. Личка еще раз говорит о нем такие достаточно большие вещи. И Гладышев, скорее всего, в ближайшие недели будет постоянно выходить в стартовом составе, потому что, к сожалению, тяжелую травму в единоборстве, собственно, с Гальдамесом получает Мамин Гамалев. Да. Вот, это речь главного врача «Динамо» Александра Родионова. Безусловно, мы желаем Гамалеву здоровья. Здесь, я думаю, что тоже такая более Я думаю, ускорится «Динамо» приобретение еще одного игрока, о котором вот сейчас вот недавно в интервью с Егорову сказал Гафи. Нет, ну, марокканец и так нападающий едет. Я думаю, что крайне Хаф еще один появится в команде. Возможно, если они быстро найдут, потому что, я так понимаю, что Гамалё может вылететь на несколько месяцев. Ну, вот 4-6 недель, по словам Александра Родионова, но еще одно по-любому будет. До полного возвращения в общую группу, а там кондиции все. Да, ну, конечно, это большая потеря. Бителло, безусловно, там хороший сейчас, хороший на позиции десятки, неплох был на позиции левой восьмерки, он очень много соединяет, и в этой игре был очень-очень неплох. В отличие, допустим, от Караскаля. Вот Караскаль мне вообще не понравился. Вот. Не понравился, да. Но, видишь, не заладилась игра у него, как бы как будто бы он с первой минуты был не готов. Мы рассматриваем то, что на длительной дистанции Лаксальт уже не вернется в опорную зону в стартовом составе, а будет занимать место левого защитника. Не знаю, Сань, невозможно. Ну, никто это не предсказывает. Я думаю, что рассматриваем, да, как опция. Но я думаю, что он может и там, и там, в зависимости от соперника. Я думаю, что будет какие-то вариативные истории. Но то, что для меня очевидно, что оборона слабая достаточно у «Динамо» в целом, да? Если брать... Масторович разве не... Не, Масторович хорошо. Это парень, который действительно там имеет талант. И мы видим, он наглый, он быстрый, он достаточно рослый. Это хорошее приобретение. Даже нет никаких сомнений. Но все остальное, да? Даза, это что? Это кто? Соответственно, с левой стороны, да, Ласкальд может, он в своей там карьере очень много играл и закрывал это хорошо достаточно там. Я помню, даже вживую увидел в Генуе, как он там пылесосил этот фланг. Вот, и он может на двух позициях сыграть, если прям действительно там нужно будет играть с серьезным соперником. Вот, поэтому... Ну, то есть мы приходим к тому, что, безусловно, есть не сильная, не сказал,
сказал бы, слабая, есть не сильная позиция, это правый защитник, и вы ничего не сказали про центральных капитана команды. Это прям самый слабый игрок этой команды. Да, но я, мне кажется, что все, его время вышло, мне кажется. Но вот в этой игре в запасе был Роберто Фернандес. Левоногие, да? Вот про них я и говорю там, да. Это, здесь, знаешь, здесь как бы недаром... Мальчаль, это не для там... Недаром говорят его кличка генерал, мы не знаем, насколько сильно Бальбуйна имеет влияние в команде. И насколько сильно хватит у Лички здорового Бальбуйну... Ты можешь все еще передать. Действующего здорового Бальбуйну посадить на лавку. Ну, то есть для меня сейчас лучшая пара Майсторович Фернандес. Ну, по крайней мере, надо ее посмотреть. Мы ее не видели. Надо ее посмотреть, по крайней мере. Мне кажется, ее пока еще нету. Ну, понятно, что отличное приобретение Лунева, но им еще нужен второй вратарь. Ну, я думаю, нет, второй вратарь это нужен, не нужен. Так, они его подписали, во-первых. У них, во-первых, есть второй вратарь. Во-вторых, они подписали же Кудрявца не так давно. У них в Беларуси есть вратарь. Кудрявец. Да? Да, молодой. Там, ну, не молодой, там уже там поиграл. Он играл с Махачкалой на кубок. А, да? Игорь, а вот сюда вы кого-то предлагали? Куда? Динамо. Я просто хочу выяснить, вы вот этим летом кого-то привезли вообще в РПЛ или пока что нет? Может, и привез, а что? Ну, пока не расскажете? Нет. Почему? Только когда сделка будет сделана, да. Сева. Нет, ну если она уже... Нет, она еще не сделана. Так нельзя. Пока не сделана. Это плохая примета. Я спрашиваю, если уже завершено. Нет, пока нет. Да, но как раз Личку спрашивали по поводу трансферов, и он сказал, что он еще ждет игроков, и Гафина спрашивает. Ну и Гафин, по-моему, не отрицает, что если будет возможно, что пару игроков... Что, ну, пара, наверное, вот два игрока, это максимум, который... Ну, я думаю, что, во-первых, найти хороших игроков уровня для Динамо, ты быстро и так это не сделаешь. Чтобы быть попадалово. Это не стиль Динамо. Да, во-первых. Во-вторых, видишь, как Динамо считает деньги. В каком плане, сейчас я тебе скажу. То есть, понятное дело, что Даса уходит. Да? Через год никто с ним продлевать контракт не будет. Но и как бы сейчас ему выплатить деньги за... Нападающий тоже. Нет, я к тому говорю, что и позиция Даса тоже это слабая позиция, конечно, для Динамо. Конечно. Казалось бы, нужен был игрок посильнее, но им надо было бы деньги заплатить за это, выплатить полностью компенсацию, а и заплатить за нового. Но чтобы Сева потом не орал, что они направо-налево тратят деньги, они экономно себя ведут. Поэтому это главное, ну, что их сдерживает, я думаю. Это сдерживает. А, твоя, да. Сев, два года назад ты, по-моему, как раз участвовал в анонсе же трансфера Фернандеса. Да. То есть, видишь, твое мнение... На Ленинградском проспекте учитываю. Ну, Дмитрий Зеленов уже не работает журналистом, поэтому мне приходится выбирать, что этично, что нет. Да, давай просто поясним, что нынешний пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов, когда он работал в «Спортэкспрессе», он говорил о том, что трансфер Малкома в 2019 году, в момент его совершения, он неэтичен. И дальше просто это стало таким мемом. Да. Вот. Сейчас... Об остальных матчах вы прочтете в другом издании. Спасибо, да. Мы переходим как раз к команде, которая правозащитника подписала, и он дебютировал в этом туре. Это твоя любимая команда, мне кажется, последние недели. Это Краснодар. Последние полгода, а не недели. Который играл с Нижним Новгородом. Давай, Сев, посмотрим сразу составы. Ну, тут удары штрафной и, в принципе, удары у Нижнего Новгорода поражают воображение. Я хочу поздравить Краснодар с еще одним феноменальным продлением контракта. Да. Два было. Знаешь, Бог любит троицу. Вот у них было два сумасшедших решения. Сегодня добавили еще одно. Продлили. Линии продавали целый год. Линии они продлили. Этого Мозеса. Кайо, и сегодня продлили Мозеса на 15 лет еще. До 28 года. До 3028 года. Поэтому больше о Краснодаре нечего сказать. Если вы сомневаетесь в том, кто самый четкий человек в этой программе, только что Тимур доказал, что это он. Но на самом деле, если все-таки серьезно говорить про... А серьезно я не могу говорить о Краснодаре. Ну, слушай, Краснодар ищет себя на поле. Ну, ты не согласен с этим? Ну, что у тебя за ироничная улыбка и глазки так бегают? Нет, как будто ты ищет, уже... Вот, ищет, да. Ищет, найти не может, но ищет. Но ищет, да. Что-то они ищут на поле. А что делать? Футбол они не ищут, что-то они ищут. Хорошо. Да. В этой игре, допустим, мы там несколько недель назад, когда они играли с «Факелом», говорили, что вот Кастанью вышел, а не...
Черников тогда играл. Да, не, Черников тогда играл. Что вот Кастани вышел, и он разыгрывал и опускался там к центральным защитникам. В этой игре, допустим, была другая история, когда Кастанью, Спиртян, Са и Бач, они наполняли пространство между линиями. Соответственно, Ласса Петров поднимался. Ну что? Да, да, я вообще... В смысле? Я просто обрадовался, что пара... Мне кажется, ты слишком... Я обрадовался, что пара собачья опять вместе. Смотри, ну забили гол ЦСКА. Забили, ничего не сказал. Да? Да. Нет, в принципе, Са в каждой игре что-то делает. Я по Са вообще не разделяю. Да, я очень люблю Краснодар, ты же знаешь. Но я просто не понимаю, с чем связана твоя ирония вот конкретно в этот момент. Ну, Саня, никакой иронии нету. Краснодар играет безобразно. К тому, что, я не говорил, к тому, что, они, к тому, что они стремились, но они все дальше и дальше отдаляются вообще от футбола. Это все перерастает в мучение. Мучение, которое так или иначе заканчивается или не заканчивается в голове. Пока срастается, пока фарт руководителя клуба пересиливает того, что вообще должно с ними происходить. Они не должны были выиграть матч у Нижнего. Но хорошее судейство... А с каким счетом должен был закончиться этот матч? 0-1. То есть ты считаешь, что матч должен Нижний, который, да, который стоял, три раза дошел до штрафной Краснодара, должен был забить. А забили же они? Ну, потому что и должен был забить ли Краснодар? Обрезался. А должен ли забить был Краснодар? Краснодара были моменты. Я не говорю, что их было много. Саня, моментов было мало. Мало. И 1.54 это нечестная цифра. Нет, это самая низкая оценка. Я смотрел про... Это нечестная цифра, это потому что было два забитых гола. Реально, моментов, которые создал Краснодар, если бы... Ты спокойно, чтобы я сейчас не оскорбил тренера Пари. Если бы тренер Пари не сделал бы чудовищные замены, то этот матч бы не выиграли бы они ни за что. Зачем он убрал с поля Кокоева, непонятно, 100%. И поставил Магеева. И вторая замена его тоже до голов. Она сделала все, чтобы перевернуть игру. Мне не нравится, как играет Краснодар, а то, что они говорят и делают, это разные вещи. То, что они заявляют, что они будут играть в футбол, и тот подбор футболистов, который они собираются, они никогда в футбол играть не будут. Они будут играть только хуже и хуже. И пока что их спасает только наличие Кордобы. Они уже захерили Спиртяна. Спиртян близко не похож на футболиста. Что значит, стоп, во-первых, Кордобы в этой игре что, хорошо сыграл? По крайней мере, он доводит там шорох, и из-под него там что-то происходит. Ты можешь еще сказать о том, что он отдал великолепную передачу. Хорошо, ты узнаешь Спиртяна сейчас? Абсолютно нет. И как раз это одна из главных тем Краснодара. И я хотел, без оскорблений. Я не буду оскорблять никого. С холодной головой, давай посмотрим, что сказал по этому поводу Мусаев. И он какая разница, что он подожди, сказал? Мусаев, по сути, признается в игровом кризисе Спиртяна. Да. Потому что ту позицию, которую он поставил и пытается его убедить, что он там будет играть, он никогда так играть не будет там. Спиртян не будет играть десяткой? Не будет играть в чистом виде десяткой. Потому что там очень большое скопление всегда игроков соперника. Спиртяну нужно хотя бы... В этой игре 4 человека Краснодара находились в этой зоне. Вот и все. 2 часа Спиртян и Кастань. Саня, смотри, мне вообще не важно... Мы сейчас говорим о Спиртяне, а не том, кто находился еще в этой зоне. Еще раз, Спиртяну нужен простор. Для того, Спиртян привык так играть. Вот Спиртян спустился вниз и привез гол. Ну, потому это что, обратный тебе аргумент. Да, подожди, я не говорю, что это показательная ситуация. Давай сейчас разберем этот момент. Да, он это ошибся. Но почему он это ошибся? Потому что он, недополучая мячи, спускается в ту зону, где он не в тонусе сейчас. Он просто находится не в игровом тонусе. И ему хочется сделать больше, чем он может это сделать сейчас. Просто потому что он загнан в эту ситуацию. Он недополучает мячи. Он должен сидеть и ждать. Вот я ждал вот это. Недополучает мячи. Потому что как только у них играет, например, тоже Черников с этим... Кривцов. С Кривцовым, тогда вот здесь, мне кажется, полный баланс, потому что Кривцов он может найти, и они даже вот по кругу иногда так даже меняются. Так он часто ниже Кривцова даже играл. Конечно. Он играл ниже Кривцова много раз. Я тому говорю, что вот это сочетание самое оптимальное, но это же тоже никто не видит. Но просто, по-моему, возможно, я заблуждаюсь, но когда при Владимире Ивиче, и ты правильно говоришь, Спиртян играл очень низко, и как раз у него был недостаток результативных действий, если мы говорим про действия с игры, а не со стандартов, по-моему, очень многие говорили, Ивич убивает Спиртяна, Спиртян играет так далеко от штрафной, он должен играть выше на позиции десятки. Вот вы получили Спиртяна на позиции десятки, и вам опять что-то не нравится. Ну, до него не доходит. А кому не нравится? Нам нравился, как играл Спиртян при Ивиче. Как он плохо играл? Нам нравился, как играл Спиртян при Ивиче, потому что при Ивиче максимально раскрывалась команда в нужное время. И это абсолютно
Согласен. Все. Это абсолютно Переходим так. к следующему матчу. Нет, подожди. Ну, со Спиртяном надо просто закончить. А что мы со Спиртяном закончить? Что делать? Просто ждать, когда он форму наберет? Или не наберет он форму в этой позиции, Сань. Не наберет он форму на позиции десятки. Он до имени всегда играл там. Нет. Он всегда играл ниже. Он всегда был восьмерка. А здесь он очень высоко, очень высоко. Он последний третий поле. Он просто туда врывался. Он никогда, это не было, базовой позиции. Он спиной к воротам не играет. Я смотрю на глаза Саши, и он уже представляет, как он подбирает статистику. Что он может поделать? Я тебе докажу, что у Алонсо есть первый пас. Да, хорошо. Нет, то, что Краснодар, ну, заканчиваю просто, Краснодар оставляет не очень яркое, не очень позитивное впечатление, несмотря на результаты. Да. Ну, а результаты у них, то, что у них ноль поражений. Ну, и при Старожуке так было тоже. Но в весной. Весной у них уже начались проблемы и очков. Игорь, вы тоже очень критичны Краснодару. В этом есть какая-то доля обиды за тот трансфер, который не случился в прошлом? Да нет, Я так понимаю, что мы с ними больше вообще, они от вас игроков не берут вообще. Ну и не брали до этого. А и до этого не брали. Ну, я как понимаю, контакт полностью прерван. Ну да. В вашей критике есть какая-то доля вот все-таки обиды? Ну, у меня нет, нет, почему? Ну, почему? Нет, я у Игоря спрашиваю. Почему критика-то? Я просто говорю то, что я вижу. Да? И если есть какие-то процессы, то, что вот, понятно, Тимура иронично подписали там опять феерично эти все истории. Если Ленини продавали целый год, не знали, куда его деть. А Кайо? Кайо, Ленини, Мозес. Это три игрока. И представляешь, и лица людей, которые в академии. Они все одинаковые. Все вот, там они бегают. Бачи, может быть, чуть посмышленнее. Но это приблизительно один и тот же типаж игроков, которые не делают разницу. Да, они там быстрые, но когда нету там зон, куда бежать, куда скрывать, мы видим то, что мы видим. Я вот про что говорю. То есть я-то о чем говорю, не то, что я там больше критикую или ничего, но мне процессы спортивного блока непонятны. Вот и все. Они берут сейчас, там, условно говоря, платят очередные там 7-8 миллионов за игрока, который не лучше Кайо. Вот это Диего Коста не лучше Кайо. Кто? Диего Коста не лучше Кайо. Нет. Нет, конечно. Почему? Ну, потому что его видел, как он играл до этого. Ну, не так много, конечно. Ну, а я видел. Да. Ну чем он лучше? Безусловно. Чем он лучше? Я, например, не вижу. Я просто далеко не фанат Кайо, поэтому тут... Ну, он точно не замена Алонсо, Саня. 100% да. Так и вот сейчас о чем у Краснодара речь. Большая вот нехватка речь. Просто левоногого игрока. Надо было покупать игрока, который был левоногого, бы... Они год знали, что Алонсо уйдет. Конечно. Полгода согласен. Точно. Конечно. И купить согласен. Игрока за такие, ну, да, за плюс, большие плюс деньги. Плюс сажают Тормена, который Тормена выполняет свои функции прекрасно. Это хороший трансфер. Тормена хороший трансфер. Вот, но вот того, как они берут... Я, для меня, то есть, а это Джованни, не отвечая Джованни на твой Гонсалес, вопрос, ну, что это из Майорки, это не какая-то проблема там сверхкритика какая-то. Я просто говорю, что мне просто непонятная история, то, что они делают. Хорошо, Джованни Гонсалес вам понятен? Ну вот, который приехал на место, на которое так не получилось для тех, кто. Джованни Гонсалес. Ну вот правозащитник из Майорки, он дебютировал в этой игре. 29 лет. Нет, тоже непонятно. Ну, я думаю, что он закроет позицию, хорошо, а соперник по этой игре, то, что он делает, стратегия, вам понятно? Нижний. Мы сейчас про кого? Сейчас не понял. Мы сейчас про кого? Про Нижний. Ну, пока нет, пока нет. А когда пока? И потом нет? И потом нет, да. Ну, просто эта команда должна отбиться, чтобы остаться. Что за стратегия у них может быть? Просто они реально бьются. После того, как Саша Ильич оставил феерически Нижний Новгород в стыковых матчах, по-моему, он говорил нечто другое, что мы будем играть в атакующий красивый футбол. Я не хочу бороться за выживание. Но он говорит, что я очень доволен. Они три раза, ну, я утрирую, понятное дело, но они не так много атак провели. Поэтому не надо реагировать на слова тренера, который в одну неделю меняет два своих показания. Тебе не внушает его лицо доверия? Ну, внушает, но уверен. Он самого Сашу Мостового знает лично. Почему? Внушает. Внушает доверие. Тебе внушает доверие только те люди, которые знают лично Александра Мостового. Но мне внушает доверие, по крайней мере, то, что он каким-то чудом взял 6 очков.
хоть какие-то балканцы, которые не внушают Тимуру доверия. Ну да. И самое главное, что это взаимно. Не, но все равно какой-то можно вот в плане там боевитости, самоотдачи. Здесь, конечно, ну я, по крайней мере, вижу, что они больше бьются, если там сравнивать с прошлым годом. Они Вот это да. Не, но при нем они пускают нормально. Пускают нормально, да. Но они каким-то образом взяли у него, с ним 6 очков. Это чудо. Но это, я говорю, что фартовые эти балканцы, он уже, в принципе, ехал домой. Мы именно на этом слове ты решил, что ну все, хватит. Фартожопые. Он должен был уехать после матча с Махачкалой. С Махачкалой должен был уехать домой. Но он там оттуда берет 3 очка с Махачкалой. В следующем туре опять он берет 3 очка. И вроде бы... Да? На плаву. На плаву. 6 очков взял, а что вы еще хотите? У меня там нету там игроков, ну, по-моему, не хватает. По-моему, это такая, знаешь, это такое плавание в нарукавничках. Ну, посмотрим. Пока плывет на рукавничках. Такая, знаешь, у него эта уточка есть здесь, этот круг. Две игры у нас осталось, которые в понедельник произошли. Крон Рубин и Динамо Махачкала Ахмат. Про Ахмат мы достаточно много сказали уже, но я думаю, что нужно сказать пару слов про Махачкалу, потому что они вот в домашних матчах, то есть и против Нижнего, и сегодня в первом тайме они прямо были инициативными. Да, у них, наверное, не хватает индивидуального игроков, мастерства, к сожалению. Но подъезжают, и вот Хосейн Джаджам... Саня, мы его будем Джават называть. Джават, да. Джават. 20 минут, который он вышел на поле, в принципе, две обводки. Ну, это сразу видно, что это другой уровень. И это показывает о том, насколько сильно отличается... Вернее, нет, не так. Как мы недооцениваем рынок иранцев. Недооцениваем, да. Да, то есть это обученные ребята, наглые по-спортивному. Он несколько обводок пошел хороших, передач попытался сделать. Но с левой удар у него просто, если это не случайно, если у него такая колотуха с левой. Те, кто видели, да, потому что... Ну, во-первых, он игрок, он 4 матча в национальной сборной сыграл уже. Его не то что торговали, но, в общем, предлагали нескольким клубам. Поэтому те, кто его смотрели, говорят, что то, что мы сегодня увидели, это неудивительно. От него это ждут, да? Ну, посмотрим. Слушай, ну, для них это будет точно 100%, если он еще с Косинтурой в паре заиграет. Не, если еще кто-то... Они взяли какого-то еще опорника. Если еще кто-то подъедет у них. Тоже очень интересно. Да? Посмотрим. Поэтому, по крайней мере, обидно, что сегодня было всего там 8 тысяч зрителей. Левый защитник сегодня уже в стартовом составе вышел. Меренги? Не, у них словенец. Словенец, да. Плюс Табидзе подъехал, да, сейчас пока не... Слушай, я думаю, смотри, что касается Махачкалы, потенциал этой команды есть в чем. Президент республики очень сильно любит футбол, потому что у него отец играл в Динамо Махачкале когда-то у президента республики. Плюс... Нападающий подъехал. В регионе есть несколько богатых людей, которые, если будет все идти, деньги могут появиться. Заинтересуются. Могут заинтересоваться. Поэтому, если каким-то образом им удастся не 8 тысяч собирать, а хотя бы как в первой лиге 15 тысяч, то у них начнут ходить на футбол. Я думаю, что там какая-то перспектива, что они зацепятся, есть. По крайней мере, у них много чего не получается чисто футбольно, но нельзя ничего предъявить ребятам по самоотдаче. Они бились на каждом участке поля в этом матче. И Ахмат просто ничего... Ну, у Ахмата не было момента вообще. Ну, я не согласен. Мне кажется, все-таки один момент вот со стандарта, когда швед бил. Со стандарта? Ну, это не момент. Для меня это не момент, стандарт. Я имею в виду так вот с игры, что что-то получилось. Ну, стандарт, Сань, ты сам понимаешь, может быть, может не быть. Но то, что я с тобой согласен, что не вживается пара Бериша и Сайдулаев, это, конечно, плохо. Но, может быть, нападающие, ты говоришь, они приехали несколько нападающих, может, они заиграют пока, но пока Ахмат не впечатляет, честно, не впечатляет. Мне казалось, что именно Махачкала будет катализатор того, что Ахмат начал сезон неудачно, но здесь они что-то покажут футбольное. В счет не знаю, но получится, ну, чтобы... Счет 0-0 здесь должен был быть. По игре, да, по игре 0-0. Очень хорошо Джават ударил, безусловно. Попал идеально, да. Просто. И, конечно, один из лучших голов. Вот я про это говорю. Попал, если ты индивидуально там сильный, ты можешь вот эти вещи сделать из ничего. Просто ты шлепнул и все. Да, и, да. Вот, пожалуйста, 3 очка. Скорее всего, если у него такая левая, то он, может, и стандарты еще бьет.
Может быть, у них еще это оружие появится. Но, по крайней мере, это впечатляет. Да. Ну и последний матч в этом туре, который хотелось бы обсудить, это Акрон-Рубин. Очень атакующий, на мой взгляд, был состав у Рубина. Практически максимально из возможных вариантов, потому что Вада восстановился, вышел в стартовом составе. Даку, ну, Чумич, понятно. И да. Юкич вышел в паре с Циеву. Рашиду респект, что он понимал, что ему придется играть с очень атакующим Акроном. И если, допустим, он не выпустит такой атакующий состав, то они очень сильно глубоко должны будут садиться. И он пытался это избежать. И круто, что он там, допустим, удержал нервы свои, даже проигрывая 1-0, не поменял, что надо но атаковать. Он поменял схему, чуть-чуть. То есть, вместо там 3-4-3 условно, там стали 3-5-2. Да, да, ну смотри, факт тот, что мне понравилось то, что до матча он понимал, что с Акроном придется играть открытый футбол. Да, но, честно говоря, вот что мне... Акрон мне нравится. Да, вот стилистически нравится. Вот, собственно, слова Рахимова по поводу того, что не получалось в первом тайме, что поменяли во втором. В первом тайме еще важный эпизод, безусловно, произошел, это травма Юкича, да, потому что у него было затейпировано колено, мы видели, и, к сожалению, там, скорее всего, травма колена, будем надеяться, что не слишком серьезно, потому что пугает, знаешь, что пугает? Универсальный футболист, пугает, может, что если вдруг, из Рубина уедет Даку, я думаю, что это будет невосполнимо, потому что нету вообще никого, кто бы мог его заменить. Близко просто. И, честно говоря, в лиге мало людей, согласен, которые могут его заменить. Я поэтому говорю, что Рубину сейчас надо думать не о того, кого приобретать, а делать все так, чтобы, по крайней мере, он еще хотя бы до зимы остался. Ну, они такой ценник выставляют, что они, собственно, да, потому что на Даку зациклена вся игра. И действительно, что... Но что в этой игре, кстати, помимо... Ну, понятно, что с одной стороны он, можно сказать, оформил гол плюс пас, потому что Савичев срезал мяч после его прохода, и он забил решающий гол. Ну и в конце, но у него подсыпать. Да, но если брать всю игру, то он сегодня был не так заметен. Типичная подача. Но его били. Ты видел, как его били? Это нормально, но видишь, он машина, физически крепкий, его не так-то просто сломать, и он борется всю игру. Видишь, еще этот, он кто? Он косовар, да? Он с Косово? Ну, сейчас играет за сборную Албании. Ага. Вообще из Косово, да. Ну, боец такой. Я тебе говорю, что... Что, ну, вот мы сказали, что нам нравится в Рубине, безусловно, это Даку, но что не нравится в Рубине, то, что они обороняются абсолютно не на уровне прошлого года. Ну да. И в частности Вуйчич. Очень плохо. И Грицанько тоже, да? Ну, не знаю, мне не нравится. Вообще мне это, я не знаю, у них, им точно нужен еще один защитник. Им точно еще, как Тесленко, как ты нам говоришь? Только центральный, потому что, вот, честно говоря, опять же, то, что мы видим от Руслана Безрукова с точки зрения обороны, и в частности в этой игре, и в частности в эпизоде с голом Полиенко, ну, Данилин достаточно легко его... Упустил. Нет, наоборот. Ну, а Данилин обыграл. Безрукова, это тоже был не единичный случай, поэтому здесь, безусловно, надеемся, что и Руслан, и Рожков, Илья, Лево, Латераль, Рубин, они прибавят и будут так же хороши, как на определенных отрезках прошлого сезона. Ну, Рубин с победой, да. Единственное, что вот последнее по этой игре и по туру получается, это, собственно, второй гол. Сева хочет защитить... Егорова, Казарцева, всех судей. Не, ну это просто беспредел. Нет, он 6 минут. Не, когда вот момент показали, момент тяжелый. То есть даже, допустим, я написал... Сань, ну 6 минут. Подожди, я закончу сейчас просто. Кому мешал Грицанько, я написал. А потом, когда мы уже начинаем смотреть там еще 3-4 повтор, когда нам начинают судейские эксперты объяснять, мы понимаем, что, допустим, дело не Грицанько, а дело Вуйчича. И там мешал ли он Паулу Витеру, положа свою ногу между его ног, или не мешал. Так это эротическая картина. Вот, собственно, поэтому долго смотрели. Он засмотрелся, что ли, на это? Казарцева подряд. Но фактические мысли Саши в третьем часу ночи. Тайминг, согласен. Сев, но надо попроси, пожалуйста, своего товарища Мажича, чтобы была какая-то рекомендация. В свое время, когда было Розетти здесь, он рекомендовал, чтобы в течение 40 секунд принималось решение. Когда был Розетти, ВАР еще не изобретен. Только начинался. Вообще, да? Не был. Нет, он не в России. Он, по-моему, читал эти лекции в УЕФА по поводу ВАРа. Но когда 6 минут смотрят ВАР, ты вообще игры теряешь. Это невозможно просто. Остывает тело уже. Ну, а наши тела до сих пор не остыли. Давайте. Поэтому у нас финишная прямая, наша традиционная в каждом выпуске в этом сезоне. Это выборы лучшего тренера и лучшего игрока тура. Игорь.
лучшего тренера, лучшего игрока тура. Вот все матчи, на всякий случай. Ну, наверное, не знаю, ну, Ростов, наверное, Карпин. И игрока тура... Ну, наверное, Барков. Игорь хотел пошутить про то, что Николай Писарев снова в нашей студии, но... я хотел это сказать. Это точно было бы так, если бы на лучшем игроке вы бы Глебов. А так, так как вы задумались о выбрании Глебова, Николай Николаевич нас... Сев, давай. Не, ну Барка из ваших уст особенно ценна, поэтому... Давай. Я всегда даю разнообразие. Давай разнообразие. Поэтому лучший игрок Мухаммад Джават. Хорошо, Джават просто, Джават. Давай. А тренер? Тяжело, да? Ну, не очевидно. Давай Станковича дай. Возьми Станковича. Сань. Я последним буду. Хорошо, давай. Хорошо, я скажу. Я возьму Галактионова, потому что... Плохая игра, и замены вытащили его. А по игроку, ну, я, наверное, тоже возьму Барко, потому что, ну, хотя, не знаю, знаешь, вроде бы как бы очень очевидно Барко, что против Факела там не так-то сложно стать лучшим игроком матча. Не знаю. У меня не будет лучшего игрока матча на этой неделе. Не, давай. Давай, конечно. Давай кого-нибудь неочевидного. Давай, чтобы был выбор у подписчиков, нам надо дать разнообразие. Ну, я понимаю, не знаю, но вот прям вот яркого, чтобы кто-то сумасшедший матч провел, не знаю. Ну, давай хорошо, но пускай, раз он забил 2 гола и поменял игру, я возьму Камличенко. Я уже думал, что ты близок к... произношению имени Мозес. Мозес. Просто характеристика это полностью подходит. Подходила, удержусь. Камличенко возьму. Да, ну, честно говоря, вот по твоей логике про Галактионова, про замены, мне кажется, что здесь гораздо больше подходит под эту логику Карпин, потому что и в первом тайме была игра достаточно хорошая, да, на мой взгляд. Вот. И, честно говоря, ну, давай мы сделаем какой-то неочевидный выбор. Выберем Етимова, да? Вратаря Ростова? Да, ну, конечно. Нет, давай. Ну, я думаю, что в следующем туре уже мы увидим либо Ханкича, либо Адоевского, но это мы обсудим на следующей неделе. Давай я выберу из этой игры, и я выберу за большой вклад в атаку, я выберу Ланговича вообще. Окей. А тренер? Карпин тоже. Карпин. Ну, то есть для меня это там главная игра тура с достаточно односторонним сценарием, с другой стороны, с неодносторонним счетом, неодносторонним сюжетом. Поэтому я выбираю Карпина и Лангович. Карпин, Лангович, Барка, Галактионов. Карпин, Барка. У вас Карпин, Барка. Мухаммад, тебя... Джават. Ну, просто Джават. Нет, тренер. Давай полностью, давай уважать. Я же Камличенко взял, я не взял Барка. Камличенко? Ну да. Хорошо, Камличенко. Нет, ты взял Мозеса. И Станковича давай дадим. И Станковича. Ну, просто, ну, мы даем это. Моя ставка, что он выиграет голосование. Ну, конечно. В любом раскладе. Но, кстати, у Валерия Георгиевича... Ну большая, да, тут нормальная битва будет. Большая фан-база. Да, друзья, но наше единственное пожелание к вашему голосованию, чтобы вы постарались быть объективными, то есть не соответствовали нам, да. И, как всегда, до дня среды голосование наше продлится. Глушенков 2 раза уже стал лучшим игроком. Да. Ну, пожелаем просто Максиму, чтобы у него была возможность скорее снова поучаствовать в нашем голосовании. И надо порадоваться за него, что он вернулся опять в ряды или, возможно, вернется в сборную. В сборную. Что мы будем вручать лучшему игроку сезона? Футболку. Какую? Его? Или это книгу? Твоя мастер оргазма? Нет. Какого любой команды, который захочет победить? Игроку. Ты кому хочешь вручать-то? Что ты хочешь? Ты кому вручаешь? Смотри, допустим, выигрывает Максим Глушенков, и мы ему дарим футболку Максиму Глушенкову. Слушай, мы точно футболистам ничего вручать не будем. Мы будем вручать активным болельщикам, кто пишет нам. Нет, Тимур.
мы будем вручать и активным болельщикам. Книги будем вручать хорошие. Но игрокам, лучшему игроку, ну, мы посмотрим, как мы это решим, там, по количеству вымышленных фигуральных статуэток по итогам каждого тура, или мы устроим какое-то там голосование, исходя из тех, кто стал лучшим, да, вообще там по каждому туру будем смотреть, как это сделаем, но точно будут подарки и для лучшего игрока сезона, по нашему мнению, и для лучшего тренера. Если Тимур откажется от этого, ну, подарок, значит, будет менее дорогим. Не, почему? Я, например, могу сразу сказать, что я могу подарить карточку в хороший стриптиз-клуб лучшему игроку. Я думаю, что она у него есть. Друзья, встретимся через неделю. Выйдем в следующий раз в понедельник в 19:00.